Ти, Боже всемогутній, вчуй нас цей благальний час. Ми тебе від серця просим, прости і помилуй нас. Як без мами і без тата, сиротина все тужить, так без тебе, милий Боже, тяжко у цім світі жить. Сестри, брати, я прошу, давайте будемо сьогодні в молитвеному стані, щоб вилилось Боже благословіння, щоб ми пішли сьогодні новими, щоб дійсно ми могли сказати, як сказали тих двоє учнів, чи ж не горіло наше серце. Хай Бог благословить, співаємо пісню. Хто сидить, піднімемося. Ми тебе від серця.
Читаю Слово Боже, перше післання апостола Петра, другий розділ, слідуючі слова. Отож, відклавши всяку злобу, всяке лукавство і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, як новонароджені немовлята прагніть щирого словесного молока, щоб ви зростали від нього на спасіння. Бо ви пізнали, що Господь добрий, приступаючи до нього, каменя живого, людьми відкинутого, але вибраного Богом і дорогоцінного. І самі, мов живе каміння, будуйте себе дім духовний, священство святе, що приносите жертви духовні, приємні Богові через Ісуса Христа. Бо сказано в Писанні, ось я кладу на Сіоні камінь вибраний, наріжний, дорогоцінний, і хто вірує в нього, не осоромиться. Слава Богу, брати і сестри! Хто вірує в нього, не осоромиться. Я хочу зупинитися, звичайно, довго не буду поширюватися. Дяка Богу, сьогодні є багато братів, служителів, які послужать нам словом. Але хочу зупинити, що апостол Петро каже, і самі, як ось ті новонароджені немовлята, полюбіть чисте словесне молоко. Я думаю, всі знають і бачили маленьких немовлят. Як ця дитинка хоче їсти, що вона? Вона плаче, вона просить, вона прагне чисте словесне молоко. Я хотів би, щоб ми ось цього молока прагнули. Ви знаєте, я не раз дивився, ті діти, які годуються маминим молоком, там все, що є, всі вітаміни, всі поживні речовини для росту, для нормального розвитку, все є. Ті, що на штучних, кажеться, буває, ростуть, поуніють, але вони не є крепкі, вони є слабші. Так апостол Петро каже, щоб ось це словесне Господнє молоко, воно без всяких домішок, чуєте, без всяких примісей, воно дає нормальний ріст. Людина тоді не буде калікою, якщо буде вживати це святе Господнє слово. Брати, сестри, але дитина прагне, вона зголодніла хоче, вона просить, вона плаче. Для того, щоб сьогодні нам отримати, ми повинні просити. Свого часу Ілля піднявся на гору Кармел. І він не сам, а йому Бог сказав, Ілія, іди, покажися Хаву, бо я пішлю дощ на землю. 3,5 роки немає дощу, земля пересихає, голод, біда. І ось після цього всі ви, хто читає Слово Боже, добре знаєте, як Бог звершив, яке чудо, як вогонь упав з неба, і він пішов, і казалось для Ілії, Ілія, ну то ж Бог сказав, що пішле дощ на землю, ти ж свою справу виконав. Ти розказав людям, що потрібно, ти зробив, але щоб був той дощ. Ілія піднімається нагору. І ось там, взявши голову свою між колін, ви бачите, як низько зігнувся і молиться. А хлопчика посилає, іди, каже, туди до моря подивися, чи не видно хмари. Він приходить, нема. Іди другий раз, іди третій раз, до 7 раз. Я не досліджував, яка відстань була до того берега моря, але хлопчик ходив, треба було опуститися згори, ішов і дивився. І ось на 7-й раз приходить, я каже, бачу, іде хмара, ось така невеличка у величину людської долоні. Чисте небо. Ілія тоді каже, йди, каже Ахаву, запрягай колісницю, бо я вже чую шум дощу. Алілуя нашому Богу. Брати, сестри, давайте сьогодні ми, хай наші очі направимо туди, щоб прийшло Боже благословіння. Може, воно йде невеличке, але щоб дійсно ім'я Господнє прославилось. Будемо просити нашого Господа. Написано, нам є дуже яскравий приклад. Ви знаєте, я не раз чув, і я просто дивуюся з таких людей, з християн, які кажуть, а як Бог хоче зробити, то зробить. А на що, навіть є сьогодні такі книжки «Пастир без сліз»,
І навіть багато кажуть, на що плакати. Я пам'ятаю, одного разу приїхали дві сестри до мене і кажуть, ти знаєш, брате, а наш пастир казав, що ви все плачете та плачете, на що ти її сльози, кому вони треба? Я відкриваю одне місце писання і кажу, ото подарите від мене своєму служителю, хай він прочитає, як молився Ісус Христос, написано, в дні плоті своєї сильним голосінням. Непростою молитвою він проніс молитви, брати і сестри, і сьогодні я не хочу, щоб ми знімали крик ні, бо свого часу в Ізраїлі теж було кричали, але не було там Господа. Я хотів би, щоб сьогодні наше серце кричало, щоб воно було відкритим. Я часто пригадую, я колись в радянські часи, навіть по радіо одного разу, Іван Зінчик говорив, який вже відійшов до вічності, таку проповідь про того сліпого і казав, якщо твоє серце кричить, кричи, воно нікому не буде заважати. Хоч були люди, які казали, мовчи, але сліпий знав, якщо він упустить того, який має життя, того, який робить чудеса, залишиться далі в своїй сліпоті, далі продовжуватися темні ночі. І далі вони будуть продовжуватися. Але сьогодні, брати і сестри, щоб нам не бути сліпим, щоб дійсно милість Господня прийшла, давайте ми сьогодні будемо кликати нашого Господа. Він кричав, Ісус, син Давида, помилуй мене. Алілуя нашому Богу. Брати і сестри, останні часи. І ми дивимося, скільки сьогодні Дух Святий, я не маю коли зупинятися, скільки Дух Святий сповіщає, ми бачимо, що робимо, робиться сьогодні. Я трошки вже нагадав, що по Європі, що крім нас, і навіть в нашій Україні, в Криму, Росія, скільки людей страдають. І я пам'ятаю, як Господь Духом Святим ось тут, на цьому місці, навесні казав, буду говорити до землі, буду говорити водою, вогнем. І ми сьогодні бачимо, Господь пильнує над своїм словом. Алілуя. І ми будемо просити, щоб він сьогодні більше нас навчав, наставляв, щоб він нас зібрав, як пташка під крила свої. Щоб не було з нами так, як свого часу Господь зажалівся до Ізраїля. О, Єрусалиме, Єрусалиме, скільки раз я хотів зібрати вас, як пташка, як та квочка збирає курчат під крила свої, а ви не захотіли. Вони думали, що вони щось самі зроблять, але ми знаємо квочка, яка збирає курчат, як вона піклується, захищає, вони під захистом. Так хай сьогодні рука Господня буде над усіма нами, схиливши свої голови, молимося. Амінь. І хочемо чути твій батьківський голос. Без тебе ми сироти, але ти сказав, не залишу сиротами, слава тобі. За твою вірну обітницю ми віримо, що ти вже є тут. Алілуя. Господи, хай діє Дух Святий, твоя благодать, щоб сьогодні не нам, а твоєму імені дай славу, будь звеличений, добрий Бог. Ти знаєш кожну душу, ти знаєш кожне серце, хто з чим прийшов. Ти знаєш, Господи, хто з великим трудом добирався до цього місця, але ти сьогодні заговори. Є ви милість тим людям, які чекають. Уздоровлюй, Господи, потішай, і зціляй тіло, душу і дух в ім'я Ісуса Христа. Алілуя, прагнем тебе. Господи, хай наше серце, наша душа буде як спранена земля, щоб сьогодні ми могли відкритись перед тобою. Алілуя, алілуя, пройди по стану народу цього, Дух Святий. Алілуя, Господи, Христи Духом Святим, уздоровлюй цей момент в ім'я Ісуса Христа. Алілуя, благословен ти, цар царів, ми перед тобою, Господи, схиляємо своїм серцем. Алілуя, бо наша душа прагне тебе, Господи. Милий твої потоки благодаті твоєї в ці останні часи. Ми дякуємо за покров милості твоєї. Господи, ми молили, щоб ти всі умови пислав і погодні. І дякуємо тебе, Боже, що сьогодні не пече чересчур сонце, але що твоя благодать гріє нашу душу. Алілуя тобі, Господь, Боже. Прослав Твоє ім'я, утішай Твоє насліддя, ми чекаємо Тебе, Господь. Дай Твоє слово тим, хто буде говорити. Співцям, Господи, пішли теж Твоє благословіння всім присутнім, щоб дійсно Твоє ім'я прославилось і звеличилось. Тобі хвала, честь і подяка, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Кавадуся могучие крылья, в далеком полете широкий размах, немного старания.
весілля. І он високо, високо в облака. Немного старання, немного усилля. І он високо, високо в облака. Ласточки крилля у голубя туши. А я человек не умею. Но крылья молитвы ты дал мне, о Боже, они меня могут над миром поднять. Но крылья молитвы ты дал мне, о Боже, они меня могут над миром поднять. Начинает молиться, у птиц перелет и рассеянный мир. И птицам приходится посторониться, дорогу молитвам людей уступить. И птицам приходится посторониться, дорогу молитвам людей уступи. Бесшумные крылья, могучие крылья, наш дух поднимает над грешной землей. Немного старания, немного усилия, ты найдешь лишь покой. Немного старания, немного усилия, в полете молитвы найдешь лишь покой. Ми сьогодні маємо гостей з Білорусі, з Баранович. Вони теж нам послужать співом. І ще ми маємо з Рівного співаків. Я думаю, що ми всім дамо місце, щоб ім'я Господнє було прославлене. Хай Бог благословить. Прошу, брати. Ми раді вас привітати любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Ми благодарні Богу, що можемо тут з вами присутствувати, наслаждатися Його милістю і любов'ю, Його словом, ділитися з вами нашими піснями, словами. Ми раді дуже і будемо благодарні нашому Господу. І перша пісня прозвучить на білоруській мові. Однажды ми були в служенні з Іваном Зінчиком, о котором говорив брат. І він говорить: я много видел білорусов, но никогда не слышал білоруської пісні. Може, із вас, хто стоїть, да і ніколи не чули, що такі є білоруси. Привикли, що білоруси на русскому поють, правда? Ну то зараз ви почуєте білоруську пісню. Рублі
молюся под крыжом Его. Не делася с дома куди, невядома позгинула зло. Господу, братья и сестры, сегодня, по милости Божией, может быть, кто-то, как и я, думали, что мы так попали сюда случайно. Я тоже из Белоруссии, недалеко от Баранович, город Молодечно такой есть в Беларуси, и вроде бы случайно попал на это собрание. Но я хочу сказать для всех вас, сам так понимаю, что случайностей у нас не бывает. И Бог сегодня собрал нас на этом месте, чтобы что-то каждому сказать, что-то дать, чтобы мы были, как брат уже говорил, в бодрствующем, в молитвенном состоянии и готовы и способны что-то взять, то, что Бог принес для всех. Для всех хватит, много нас тут, но у Бога благословения для всех хватит, слава Ему. Я читаю Слово Божие, один стих, это Екклесиаста. Девятая глава. Восьмой стих говорит нам такое слово. «Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудеет елей на голове твоей. Аминь». Сестры и братья, это слово, я думаю, не раз вы читали, слышали, и похожих направлений Бог имеет в этой Святой Библии очень много. Первое, что хотелось бы подчеркнуть, и сказать для вас и для себя, что Бог заинтересован, чтобы наша одежда была всегда чистая и светлая. И знаете, по нашей жизни мы знаем, у нас у каждого разные занятия, разная работа. И так случается, что у кого-то очень разная работа, а другой может в костюме месяц ходить, и он будет чистый. Но тот человек, у которого разная работа, он очень часто, стирает свою одежду. Зимовать. Дорогой мой друг, это очень опасно полагать надежду на это. Но знаете, другой момент, который говорит мне, вот и для вас, что был тот момент, когда Бог уничтожил или истребил весь род тогдашнего времени потопом. И потом, видя состояние Ноя и всех тех людей, которые остались, Бог входит в их положение. Они этого не просили. Они не задавали ему вопросы, но Бог видел, что они в тревоге находятся. Потому может завтра случится то же самое, они погибнут. То Бог говорит так, что больше не погибнете. Больше уже не будет такого. И в знамение, в предзнаменование этого, или в утверждение вас, говорит, будет всегда на небе радуга. И когда вы посмотрите на эту радугу, то знайте, что это знамение завета моего, который заключил я с вами. Брат и сестра, что оно говорит для тебя? Может быть, кто-то пришел в это собрание, который вспоминает то время, что когда-то, много лет тому назад, ты был крещен Святым Духом. Но это есть знамение завета. И если этот Дух Святой сегодня тревожит твое сердце, ты можешь исполниться Святого Духа. Это есть то прочное основание. Не погибнешь. Не погибнешь, что бы ни было. Может быть, лежишь все всего. Ничего не станет никакой опоры у тебя в доме. Вот ничего не останется, на что бы ты мог понадеяться. Знамение завета Крамана Альфа Лаудас. Это говорит о том, что больше ты никогда не погибнешь, если это знамение завета взойдет над тобою. Может, у кого-то уже был тот момент, давно переживал. Я знаю один муж, Давид, когда уже заканчивал свою жизнь. И говорит, этот великий и славный песнопевец, псалмопевец, он говорит такое, «Дух Господень во мне».
Он говорит во мне. И это есть основанием думать и твердо знать, что сегодня, в это время, что бы ни случалось, какие суды бы ни случались, Бог говорит, через это переживание твоего внутреннего сердца не погибнешь, брат и сестра. Будешь жить и в небе вечном, если знамение завета взошло над тобою. И я знаю, что в этом собрании мы не знаем, с какой стороны будет идти Дух Святой, с какой он пришел сюда. Дух дышит где хочет. Голос его слышишь, не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Но я знаю, что благодать Божья сегодня трудится над всеми вами. И там далеко, и здесь близко. И сегодня Бог еще раз хочет сказать для вас и для меня. Дорогой мой друг, знамение завета край савала баричаудес. И да не скудеет елей на голове твоей. Это время. Может быть, Бог имеет много таких своих мнений, своих решений в отношении каждого из вас. Но для всех нас есть одно. Я вам скажу, что сегодня Бог хочет сказать и что Он хочет сегодня достигнуть в этом собрании. Пополнить запасы елея. Знаете, помидоры хорошие выросли, огурцы хорошие выросли в этом году у нас, я думаю, и у вас. Но вы их возьмите и положите так где-то. Они не сохранятся. И только один момент, это консервация, или засолить надо так. Все вы понимаете это. Нечто может быть грубое сравнение. Если ты останешься сам на сам, сегодня в этом мире, в этом переживании, в среде этой обстановки, атмосферы, ты оскудеет елей твой. И придет заимодавец, придет трудность жизни, у тебя ничего не останется, ты погибнешь. Но если сегодня используешь этот момент, чтобы пополнить запасы Божьей благодати в твоем сердце, не погибнешь. Дойдешь до вечности, Бог тебе в этом поможет. Пусть Божье благословение, которое Он принес и в это собрание, будет достоянием каждого из вас. Пусть сердце ваше и мое будет открыто, чтобы Бог пополнил запасы благодати, запасы Божьего благословения, которое принес на это собрание. И там вдалеке, тоже, стоя на страже своего сердца, ты будешь иметь то же самое, что и имеют здесь братья. И где бы ты ни находился, я знаю, что голос Святого Духа сегодня звучит в этом собрании. Аллилуйя! И голос Божьего благословения сегодня стучится в твое сердце. И знаешь, открывай его. Открывай это сердце. Открой очи свои и посмотри. Радуга над тобою. Аллилуйя! Пусть Бог благословит ваше сердце. Я знаю, дорогие мои сестры и братья, сегодня, как один брат говорил, теории очень много. Мы вправе так, может быть, думать, что мы не так мало знаем. Но, дорогие мои сестры, соединиться с Господом, и чтобы этот поток Божьей благодати вошел в сердце твое, это что-то особенное. Это то, что не может дать никто. Потому в этом месте, на этом собрании, небо открыто. Аллилуйя. Сегодня в этом собрании голос Святого Духа стучится. И если, может быть, сердце твое осуждает тебя, если сердце твое, может быть, говорит тебе, что одежда твоя не в порядке, сегодня есть кровь Иисуса Христа, кровь завета, которая говорит лучше, нежели Авелевая. Аллилуйя. Потому кровь Авеля говорила о мщении, но кровь Сына Божьего говорит о помиловании, о прощении. Кровь Сына Божьего говорит сегодня о том благословении, которое ты должен взять в этом собрании. И не допусти мысли, чтобы, выйдя с этого собрания, ты пошел таким, каким пришел. Я думаю, братья и сестры, братья предлагают. И я думаю, что ты слышишь этот стук. Потому он стучит не слова мои, но стук голоса и Божьей благодати в твое сердце. Потому пусть будет эта возможность еще раз открыть его и принять Божью благодать. Мы будем молиться. Пусть Бог благословит каждого из вас на этой молитве. Аминь. Сестри, брати, в 11 годину у нас в районі оголошена молитва за одного брата-служителя, який тяжко хворий. Якраз це ця година, молимося теж і за нього. Мы благодарим Тебя, Господи, за эту привилегию, которую Ты подарил нам, Боже мой,
что мы можем предстоять пред Тобою, Господи, будучи служителями Нового Завета. Не так говорит Господь, как важно откопать колодцы, которые забросаны, как важно открыть эти ямины, чтобы из внутренности потекла чистая вода, как многие живут удовольствующиеся тем, что имеют, но испытания, испытания, великое испытание и пустыня испытает, на что способен ты, каков запас ты взял с собою, ибо если ты сегодня не имеешь ведения, находишь миражами своих познаний и понятий, то время остановки, время взыскать лицо мое, потому что многие называются именем моим, но они очень далеки, великая распоясанность, аминь, жертвенники разрушены, нет огня, как важно стать на страже, потому что идет ветер, эрменес, эрменес, туберегел, тугломен, придите ко мне, придите ко мне, ибо мой огонь сходит от алтаря, и он зажигает жертвенники, ибо если твое сердце, оно не может управиться, и ты сам не можешь руководствовать собою, отдайся во владение благодати, и прольется свет, и вынесется все, что ненужное, и тогда придет провремен с углом и просветление разума твоего, тогда начнется новое строение, и сойдет огонь с небес, время, время поставить себе дорожные знаки, время остановки, время осмотрения поля, ибо для многих приходит жатва. О, не крой дистал, берегла меня, сокройся от лица моего, когда я начну шагать и стукать мей, суки, берегло меня, я застучу многие двери, я зайду во многие семьи, потому что есть много опущено, есть много крема настал, мене глайно захламоно, что берегла меня, запущено, и дороги мина глай, видишь там, и дороги искривлены, потому что я в окна блюдающие, милость очень велика, но если ты сегодня пришел на место сие по обычаю, то не громи негламень, то скажу тебе, возьми с собою молитвенные слова, ибо очень трудная дорога, и ремен судороги будет ломен, и тогда, когда народ не ожидает, придут великие трудности, ибо пока говорю стихиями природы, пока говорю внутренним голосом, но как часто ты не внимаешь, и так наклони ухо свое, если ты сегодня в расцвете сил, если ты что-то приобрел, то время остановки и позаботиться о духовном состоянии, потому что огонь испытает, сено солома сгорит, и так ремен суглорменат, на чем устрояешь ты, ибо отвес в руке моей, и я ныне прокажу по стану народа моего. Я осматриваю строение, как мало сторожей, как мало сторожей у врат времена стал меня, как многие устали и ищут теневых мест. А я говорю, выйди, отряхнися, проснися, народ, полночь, и не груми на глайду стал меня, да не загрубевает сердце твое, ибо многие разводят руками и говорят, что сражались, сколько воинствовали, но я говорю, ты еще не сражался до крови, и ныне время взять запас силы, взять кровь завета, потому что время трудное. Аминь, аминь. Аллилуйя, сеть, выгадала Маричалдес, сакрила Маджали Маридерчу Замирейсу, ич край сумена фарто левери Алфа Лаудес, и глазною мазью помажь глаза, чтобы видеть, потому сегодня многие не видят, и видят то, что созидается не Господом край сумена валари ильче семенеску, а Господь говорит, у Господа ничего не выбывает, и Божье строение приходит к завершению. Сомена флайду скеменеску, и будет такое время скоро, что малое дитя увидит разницу между служащим и неслужащим Господу. Кемена фрайсенге велечаудес, а сегодня время начаться суду из Дома Божьего. И слышали, о чем говорит Господь, и потому приду еще каждому в дом. И когда услышишь керпаталаба чаудес, стук хаманави сомари эйзун, в каком состоянии встречать будешь? Ормина лавари чистомена лаудес. А Господь говорит, что судиться буду с моим народом, но вместе с этим знай сегодня, даю время, потому будут и оправданные судом Господа край сомене фрайду лебери чаудес. И покажу кромадала фара лебери чаудес ту разницу, которой сегодня не видно. Она есть, она будет, кроме дали вири чаудес, потому знает Господь своих, именно фрайсумена лаудес, и они меня знают,
і за другим не йдуть. Бігуть від нього край Соменова Ельчу Стоменеску. І потому, народ мой, не должно быть утомления. Встань прямо, крови Далебечаузен, подними, кроме на очи свои, избавление твое приближается. Аминь, Альфа-Ралю-Хизуминецку, во имя славы твоей, Господи. Благословенно величие твое, Господи. Проходи, Боже святый, касайся сердец этого народа, Боже святый. Благословляй каждую душу жаждущую. Ройся, Далебечаузен, опусти облако благодати низко, Боже мой. Помилование Твое это будет над народом Твоим, Господи. Благослови, Боже Святый, пусть прославится имя Твое в этом собрании. Господи, Боже Святый, Комене Прайзай, пусть благодать Святого Духа наполнит каждое сердце до избытка. Боже Святый, Ты слышал, Господи, об этом брате, Боже Святый. Мы полагаем его пред лице Твое, я его не знаю, Ты знаешь, Господи. Пусть Твое благословение и помилование придет, Господи, в жизнь нашего брата, Боже мой. Благослови его там, где он есть. Альфа Романа Лебеля Чаудес. И дай, что только Ты один можешь дать. По славу Твою, славе Твоей, а к нашей радости пусть прославится. Продли, Господи, и пусть, Боже Святый, возмущенная вода, Боже Святый, будет использована каждым на этом месте. Слава Тебе вовеки, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Брат мой усталый, о чем ты горюешь? Сердце твое окружает печаль. Очи унылы, как поздняя осень. Сердце холодно и твердо, как сталь. Очи унылы, как поздняя осень. Сердце холодно и твердо, как сталь. Горя и беды испытал ты немало. Счастливые прежние дни. Зноем вдохнула, краса влетела. Где же вы, счастливые прежние дни? Богу
Ми ще маємо маяк спасіння з Волині, просимо теж приймати участь. Христос, мій вір я.
і що з ним зробив Господь? Він знаходиться в реабілітаційному християнському центрі наркоманів. Ну, я так не знайомий, але він хоче розказати, як Господь його спас. Нам прийшлося там бувати, я не раз розказував, навіть газети писали про те, Україна молода. І ось один із тих він хоче засвідкувати. Прошу. Слава Богу нашому! Я вас всіх привітую любов'ю Ісуса Христа. Мир вам! Как брат сказал, что я хочу засвидетельствовать о славе Божией, что Бог сотворил в моей жизни. Я был в реабилитационном центре, не нахожусь, а был, но и тружусь иногда там. И Бог явил свою славу. Слава Богу нашему. Самому мне 47 лет скоро будет. Из них я 22 года отсидел в тюрьме. Но Бог, Он пришел спасти погибших. Он приходит к таким, как я, уже потерявшим совесть, потерявшим человеческий облик. Люди и власти отвергли, но Бог не отверг меня. Слава нашему Богу! Бог залез в эту грязь, достал меня оттуда, омыл, и оказалась драгоценная жемчужина в руках у него. Слава нашему Богу! Ибо Бог наш живой. Последние 5 лет я отсидел на Украине, в Белой Церкви. И там услышал Слово Божие, которое коснулось меня. Я уверовал, стал ходить к верующим, стал слушать проповеди. И Бог касался моего сердца, но я продолжал грешить. Я продолжал грешить, курил и все там такое непотребство. И думал, подхожу братьям, я говорю, ну я вот уверовал, как мне быть, как освободиться? Они говорят, ну веруй, что Иисус освободит тебя. И все, я думаю, так просто. Веруй, и Господь тебя освободит. Но другое, Дух Святой, Он не давал мне покоя. Думаю, ну как веруй? Я курю, а вдруг придет сегодня Иисус Христос, то куда я попаду? Как Он у меня вырвет сигарету? Я стал задумываться, стал читать. Читал Библию год где-то. Каждую ночь мимо меня проходят другие заключенные, говорят, Саша, выкинь ее, у тебя голова, ты сойдешь с ума. И у меня действительно начинало давить на виски. А потом Дух Святой говорит, как же ты сойдешь с ума, если ты читаешь Слово Божье? Неужели Бог это допустит? Нет, это давление отходило. И чем больше я читал, тем больше я не понимал его. Думаю, ну почему так? Почему? Но Бог начал действовать. Я когда ходил по зоне, проповедовал всем, всем говорил. Один остановил меня и говорит, ты сам это все исполняешь, о чем ты нам говоришь? Я открыл рот, чтобы с ним посоперничать, и забыл его закрыть. Потому что действительно, я ничего этого не исполнял. Я только был верующий, но не верный Богу. И Бог начал действовать после этого. Я перестал им ходить проповедовать. Так говорил иногда, но сам начал просить Господа, чтобы Он изменил меня. И Бог начал меня менять. Слава Богу! Через одну проповедь брата меня коснулось, я пришел в секцию и сказал, Господи, с завтрашнего дня я не курю. Я не знаю, почему я так сказал, но Дух Святой проговорил это. И как услышали там, один кричит, если ты бросишь, то я буду мать Тереза. Другой говорит, если ты бросишь, и я брошу. 35 лет курит, 4 пачки сигарет на день не хватает, и ты бросишь, да ты никогда не бросишь. Я говорю, брошу. Если я не брошу, Иисус поможет мне. Когда лег спать, думаю, действительно, Господи, помоги мне завтра встать и быть таким, какого ты хочешь видеть. Помоги мне, потому что через полчаса я захочу курить. Я знаю, что я своими силами этого не смогу сделать. Дай мне силы. И знаете, утром я когда проснулся, мне сразу мой товарищ дает сигарету. На, закури. Я ему говорю, я не курю. Он говорит, ты что, серьезно? Я говорю, да. Он говорит, ты не хочешь? Я говорю, еще как хочу, но я не курю. Иисус освободил меня. Слава Богу! И по сей день, слава нашему Господу, ибо Он освобождает. Но дальше мои не прекратились испытания.
Я начал тогда уже испытывать Господа. Я говорю: Господи, откройся, если ты действительно есть, если не только в Писании, а действительно ты есть, покажись. И он мне так показался, у меня аж руки затряслись. Я сказал: Господи, больше не надо мне никаких знамений. Я верю, что ты есть, и я хочу идти за тобой. Повернулся, сжег за собой все мосты, которые я на всякий случай оставлял, и сказал: Господи, я твой навеки, помоги мне. И тогда, когда пришли братья, начали проповедовать о Духе Святом, я не понимал. Меня дух какой-то выгонял из церкви. Выгонял, я не понимал, на чем они молятся. Думаю, они ругаются. Не знаю языков, глаза красные. Потом я узнал, что эти братья с ночной молитвы пришли, чтобы проповедовать нам Слово Божие. А я думал, они каких-то колес им дали или что, что они напились. И такие глаза красные. Потом мне сказали, что они всю ночь стояли на молитве, а потом пришли еще в зону проповедовать. Слава нашему Богу! Бог дает такую силу. И тогда я начал молить Господа. Я говорю: Господи, крести меня Духом Твоим Святым. Я не знаю, сколько времени прошло, но помню, когда Он меня крестил Духом Святым, из чрева потекли реки воды живой. Я их до сих пор бы получал и получал. Каждый день бы хотел это иметь, состояние, какое было там. Я уже и закрывал рот, думаю, люди вокруг тут сейчас проснутся и начнут на меня роптать. Уже закрывая рот, какая-то сила убирает руку. И я молюсь и молюсь, не могу остановиться. Потом в Писании прочитал: из чрева потекут реки воды живой. И они потекли. Я стал крещенный Духом Святым. Слава нашему Богу. Бог по милости своей нашел меня. Бог благословил меня. И я, когда уже досиживал 5 лет, я знал, что в Киеве очень много деноминаций. Я сказал ему: отец, я говорю, я сейчас выхожу на свободу. Я уверовал в тебя. Я бомж. У меня большим шрифтом было написано, что я бомж. Не имею ни прописки, не имею ни паспорта, никаких документов, кроме справки об освобождении. Я уверовал в тебя. Но как мне дальше жить? Ты сам устрой. Приведи меня в ту церковь, которую ты предназначил для меня, чтобы я не блуждал по этому миру, чтобы я не искал ту церковь. Потому что если я буду искать, я могу заблудиться. Но ты меня сам приведи. И лег спать. Попал под амиссию. Нас 7 человек там было, которые искренне верующие. 7 человек попали под амиссию. И всех Бог освободил. Одному брату 5 лет сбросили из 10, а 6 нас освободилось. Слава нашему Богу! И когда я освободился, Бог привел меня в церковь, на Рыжный камень. Я услышал проповедь, услышал Слово Божие и сказал: это моя церковь, Господи, это ты меня сюда привел. Я хочу здесь быть членом. И знаете, я даже не знаю как, я 13 августа освободился, а 5 сентября я уже принял завет с Господом, вступил с Ним в завет, слава нашему Богу, и стал членом церкви. Потом думаю, у меня же нету документов, что мне делать, Господи, дай мне документы, чтобы я был Твоим полноценным членом церкви Твоей Христовой. И знаете, мы начали молиться, братья пошли в управление, мы молились. Когда ходили в милицию, милиция говорит, что ты приехал со Средней Азии и тут хочешь получить прописку, документы, оставь все эти надежды. Вас таких, как ты, говорит, рецидивистов, надо брать в пучок и сжигать где-то на 108 километре. Я начал молиться. Ничего не говорил, но молился. И знаете, чем больше я думал своими мыслями, думаю, братья не понимают их, братья не знают их. Я уже столько лет отсидел, я уже знаю, чем они дышат, думаю, буду действовать сам. И когда начал действовать, на меня вот такое дело уже собрали. Остался один привод, что когда я приду, меня закроют и дадут 1-1.5 года за незаконное хождение по Киеву. И я тогда думаю, ну почему так, Господи, почему это все происходит? И мне Дух Святой проговорил: потому что ты хочешь сделать все сам, меня отсторонил. Я когда это понял, мне открылось, забегаю домой в центр, поднимаю руки, братья так по кругу сидели, я говорю: Иисус, сдаюся! Иисус, сдаюся! Они на меня, братья, посмотрели, думаю, что такое. Когда я брату позвонил, брат Илья был дома, я говорю: ну что там, Илья? Он говорит: иди к участковому, он тебе подпишет бумажку. Я говорю: Илья, он меня закроет.
Саша, иди к нему, он тебе подпишет бумажку. Я говорю, Илья у меня закроет. Саша, ты будешь послушный? Я говорю, буду. Иди к нему. Я говорю, не пойду. Потому что я знаю, он меня закроет. Он говорит, Саша, иди, он тебе подпишет. И когда я пришел, к дверям попрощался со свободой, посмотрел на небо, воздухом подышал и постучался. Когда постучался, и там началось. Где ты ходишь? Мы за тобой уже гонцов посылали. Давай сюда быстрее твою бумагу, я ее подпишу. Я не понимал, что происходит. Он кричит на меня, жалобщики, до самого министра дошли. Я говорю, я никуда не ходил. Да знаю я вас, жалобщиков, давай быстрее. Вот пойдешь в тот кабинет и сделай это. Я не понимал. Но потом, когда вышел, понял. Отец сказал ему, слава Богу. Слава Богу. И через 10 дней или 15 я получил паспорт, который не держал в руках лет 15. Слава Богу. Вот так Бог действовал. Тогда я сказал Господу, Господи, я Твое дитя, и Ты в Слове Своем сказал, нехорошо быть человеку одному. Я хочу иметь жену, но я знаю, что ни одна сестра не пойдет за меня, за такого, какой я есть. Даже я, если и верующий, но они смотрят по плоти, потому что я по плоти тоже смотрю. Но Ты расположи сестры сердце, чтобы она дала согласие. И знаете, смотрел в хор, на какую сестру взять. И Бог в это время выбирал ее и выбрал. Она за это сидела, смотрела на нас в то время, потом она сказала и говорила, Господи, кто за них пойдет? Кому они нужны? Бог говорит, ты пойдешь. И она дала согласие, слава Богу. И сейчас я имею жену, имею работу, имею дом. Все, что я хотел иметь до того, как я уверовал, я это все терял. Не мог никак приобрести. Сейчас я никаких усилий не прилагал, ничего не прилагал. Бог дал мне все с избытком и еще дает. Слава нашему Богу. И я прошу вас, если есть тут бомжи, если есть бывшие заключенные, которые не познали Бога, пьяницы, наркоманы, не теряйте надежды, идите к Отцу. Он вас никогда не покинет. Он вас всегда примет, какой бы ты ни был, потому что он есть врач. А врач приходит только к больным, не тем, которые стараются своими силами исцелиться, но он приходит, он знает, кому какое лекарство дать. И я умоляю вас и прошу, если кто не может трудиться в зонах, не может что-то делать для Господа, у вас есть молитва. Молитесь за тех, кто в зоне. За меня некому было молиться. У меня ни один из родни, никто не был верующий. Но за меня молилась церковь. На ночной молитве. Мне когда брат сказал, что, говорит, за вас молятся, меня это как громом поразило. Я думаю, как? Мы отверженные здесь в зоне, и кто-то ночами не спит и за меня молится. И я сказал, Господи, я тоже хочу молиться за тех, кто в зоне, за тех, кто еще не познал Тебя, за бомжей, которые валяются под елочками, которые не знают милости, но пусть познают Вашу любовь к ним, ибо Вы своими молитвами любите их. Благослови вас Бог. Мне Бог дал труд. Я сейчас тружусь по тюрьмам, тружусь в хоре. Мне Бог дал, вернул голос, который у меня был пропитый, прокуренный. Но Бог все вернул, все с избытком и дальше благословляет. И пусть вас всех благословит Бог. Аминь. Братья и сестры, все, которые сейчас слушают здесь, может быть, пришли только для того, чтобы послушать и посмотреть, что здесь. Красота пения, красота речи, или, может быть, что-то есть представление. И сегодня хочу обратиться к тебе, другой мой брат и сестра, и к тем, кто сегодня впервые слышит это. И хочу вместе сказать «Слава Богу!» «Слава Богу!» Ибо нет другого имени, данного человеком, через которое можно было бы спастись. Слышишь, мой брат? Слышишь, сестра? Слышишь, тот, кто сегодня пришел впервые? Нет имени другого, есть одно, Иисус Христос. Хвала Ему! Я буду читать Слово Божье.
которое есть записано в Библии. И моя речь сегодня будет то, что положил мне Бог на сердце. Она будет к верующим людям. К верующим тем, которые ходят в церковь, которых посещают служение и сегодня здесь. И вот я читаю место Священного Писания. Это книга пророка Иеремии. 22 глава и 29 стих говорит так. «О, земля, 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 слушай слово Господне!» Вы знаете, мои дорогие, когда сегодня проповедуют Слово Божье, когда говорят об имени Иисуса Христа, то многие приходят, чтобы послушать именно, как красиво или поют, или что-то рассказывают, или какое-то свидетельство услышать. Но Бог обращается к тебе и ко мне, и ко всем живущим на этой земле, и говорит: «О, земля, земля, земля! Готово ли твое сердце ныне слушать, что будет говорить Бог? Готово ли оно сейчас, стоя на этом месте, сказать: „Вот я, говори Господь“?» Аминь. Он сегодня начал говорить здесь. От начала этого служения Он начал говорить тебе и мне, именно тому, кто пришел пред лице Господа. Дух Святой сегодня ложит на сердце это слово, и оно достигнет цели. Оно достигнет сердца твоего, ибо не случайный этот день у Бога. Он был запланирован Господом, и Бог сделал все, чтобы ты был здесь. Аминь. Готовься к этому. Готовься к этому, ибо Бог пройдет по стану народа. Аллилуйя, аминь. Вечный мой Господь. Я читаю Слово Божье, которое есть записано. Это есть книга Исход. И Слово Божье нам говорит таким местом Священного Писания. Это 4 глава, книга Исход. И читаю 31 стих, говорит так. «И поверил народ». И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Мои дорогие братья и сестры, дорогие друзья, я сегодня говорю и с вопросом, говорю себе и говорю вам. Я не знаю, знаете ли вы меня или нет, но мне пришлось, чтобы быть на этом собрании, преодолеть более как 1000 километров. Мои братья и сестры, Слово Божье говорит нам, для чего я здесь. Сегодня звучит вопрос пастырям, для чего вы здесь. Звучит вопрос служителям, для чего вы здесь. Левиты, Бог спрашивает, для чего вы здесь. Аминь. Отец и мама, для чего ты здесь? Сын, дочер, деточки, для чего вы здесь? Аминь. И этот вопрос ставит Господь. Это вопрос не мой, но Слово Божье говорит: «И поверил, когда передал Моисей», то есть слова от Господа, «и поверил народ, что Бог посетил народ свой». «И поверил народ». Именно, мои дорогие братья и сестры, я сегодня обращаюсь к тебе, юноша, девица, к тебе, дорогой мой слушатель, брат, сестра, чтобы поклониться Богу тебе сегодня на этом месте. Бог говорит тебе, нужно поверить. Аминь. Ибо без веры Богу угодить невозможно. Я пришел на это место поклониться моему Богу. Аллилуйя, аминь. Моя нет, ни другая цель. Когда однажды я ехал на границе и был за рулем автобуса, и был полный автобус людей, я ехал с Прибалтики сюда именно в Ровно для служения совместно с моими братьями и сестрами. Там были люди с 11 церквей города Риги. И когда я подъехал на таможню и подошел ко мне, то есть таможенники, пограничники, они мне задали один вопрос. «Скажи, что это за люди и куда они едут?» Я сказал конкретно, что это верующие люди, что это есть служителя, что это есть хористы, и они едут для поклонения Богу в город Ровно. Он мне говорит: «Слушай,
ты будешь заливать что-то другое в мои мозги, но я тебя спрашиваю, говори, куда и какая цель. Я повторил второй раз, и он говорит, я тебя серьезно спрашиваю. А я ему говорю, а я тебе серьезно отвечаю, эти люди едут для поклонения Богу. Для поклонения Богу. Аллилуйя, аминь. С какой целью ты ехал на это место? Ава Отче, если я не вижу, то видит тот. Аминь. Аминь. Он видит сейчас, здесь. С какой целью ехал на это место? Ава Отче, если ехал с верой поклониться Богу, это поклонение примет небо. Аминь. Истабатараманау десамен, Ава Отче. Свят Господь, аллилуйя, аминь. Мои милые братья и сестры, но без веры Богу угодить невозможно. Приходящий Господу, надобно, чтобы верил. Верил, что Он есть здесь. Верил, что Он слышит. Верил, что живой Бог есть на небе. А Духом Святым на земле. Веришь ли сему? Аминь. Если веришь, готовься для встречи с Богом. Аба Отче, свят Бог, аллилуйя, аминь. Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, дорогие друзья, однажды, когда я был еще юношей, я жил здесь, на Украине, и как вы сегодня живете здесь, и то времена, работая по дому, делая все возможное, что отец с матерью говорят, и подсказывают, что нужно по хозяйству, и нужно было пилить дрова. Я хочу рассказать один такой пример. И эти дрова, которые нужно было пилить, это двухручная пила. И, пожалуйста, пили к себе и назад. И моя вся цель была, как бы облегчить этот труд. И когда я начал задумываться, как бы облегчить этот труд, мы начали с моим другом ходить по колхозах, ходить по этим другим организациям и быть на свалке, то есть где выкидывали технику списанную. И там мы нашли пускач. Знаете, те, которые механизаторы, мы его сняли, принесли домой, очистили, отдрали, и все это приготовили для того, чтобы запустить этот двигатель и крутить циркулярочную пилу. Но когда это мы сделали, нам не доставало несколько деталей. На нем не было карбюратора, на нем не было магнето, туда не выкидывали таких запчастей. Туда выкидывали то, что ненужное. И вот мы вечером, это был понедельник, мы вечером вдвоем собираемся и думаем, откуда нам взять, где взять, мы бы завтра уже пилили, но ведь нету, никто не даст для нас. И нам приходит мысль, там на болоте копает экскаватор пруд, ставок копает, на этом экскаваторе все есть. Остается дождаться вечера, взять резиновые сапоги, одеться, то есть не в выходную одежду, и туда, к экскаватору, и там все можно. И эта мысль, которая пришла в нашу голову, она была осуществлена. Мы добрались туда, мы были такие довольные, мы сняли эти детали, взяли их в карманы и довольные движемся домой. Завтра мы пилим не вручную дрова, а мы пилим этим двигателем, которого мы можем сделать. Но когда я подходил к своему дому, это была глубокая ночь. Это было более как 2 часа ночи. Я подходил к своему дому. И когда я обратил внимание на свой дом и увидел, что в моем доме горит свет, я как ни шел, остановился. Это был понедельник. И каждый понедельник в этом доме моем, где я жил, где я спал, там была молитва. Это была глубокая ночь, но там собрались народ для молитвы. Мои дорогие братья и сестры, и не один раз я там был, и не один раз я там от самого детства был на этих молитвах и видел то, что делал Господь. Мои глаза видели, когда больные там поднимались. Мои глаза видели, когда Бог крестил Духом Святым. Мои глаза видели и уши слышали, когда Бог открывал все грехи людей. И я это был уверен очень крепко.
И когда я увидел это, что в моем доме горит свет, я больше ничего не захотел. Я не захотел дров пилить этой пилой. Я не захотел ничего, ибо я знал, мне надо войти в дом, а в моем доме есть Господь. Аминь. Я смотрел на свои карманы. Они были отдуты, но они очень пекли. Я не мог терпеть. Я думал, что мне делать, ведь в этих карманах лежит то, с чем я не могу предстать пред лице Бога. Церковь дорогая, Дух Святой обращается к тебе, юноша, девица, отец, мама обращается к тебе сейчас, Господь, контролем своим. Посмотри карманы свои, ибо ты пришел на поклонение Богу. Ава, Отче, аминь. Никто не видел, что я делал там ночью, но видел Господь. Аллилуйя, аминь. А сейчас представил ты и я пред лицем Бога для поклонения живому Богу, Ава, Отче. Итак, проверяй карманы, ибо Дух Святой контролем есть. Аминь. Ава, Отче. Ава, Отче, говорит тебе Господь, идет контроль. Аминь. Аминь. Может быть, ты думаешь, что он не видит, а я говорю, он видел вчера и третьего дня, что ты делал, идя даже по этой дороге. Ава, Отче, аминь. Истина раменту рауде самена, аллилуйя, аминь. Он есть Дух, и поклоняющиеся Ему, говорит Евангелие, должны поклониться в чем? В Духе и истине, аллилуйя, аминь. Вот такого поклонника сейчас ищет Господь на этом месте. Аллилуйя! Слава Ему! И вы знаете, мои дорогие братья и сестры, я стоял возле этого дома, я больше не мог идти туда. И я говорю моему другу, тот, который был со мной там, не один раз на молитве, не один раз он был, ибо его родители были так, как и мои верующие. И мы считали себя верующими. Я считал себя верующим человеком. Я в школе галстук не носил. Я доказывал, что я верующий человек. Я не шел в клуб. Я не хотел смотреть фильмы. Но мои братья и сестры, мои карманы были наполнены не тем, что нужно пред Богом. И я говорю ему: Петя, возвращаемся назад к этому экскаватору. Он смотрит на меня и говорит: раз ты так сказал, делаем. И мы бегом бежали к этому экскаватору. Мы бегом туда бежали, с нас лили слезы с глаз, но мы бежали к экскаватору. Мы положили уже эти детали, мы не ставили их на место. Я только там сказал: Господи, прости меня, пусть этот экскаваторщик поставит их назад. Но я культурно выложил все, чтобы он видел, что оно все там есть. И мы прибежали назад. Мы уже бежали назад, мы подошли к дому, и когда я стоял перед дверями моего дома, я слышал, когда там действовал в моем доме Дух Святой, когда там шла молитва, когда там было слово пророчества, когда там говорил Господь, а колена дрожат, невозможно войти. И мы там, отходя от своего дверей, от своего дома, мы подошли к окну, и за стенкой мы склонили с ним колени и просили: Боже, прости, мы никогда больше этого делать не будем. Мои дорогие братья и сестры, и когда мы вошли в дом, и Бог не сказал, что ты есть вор, то я сегодня говорю: мои братья и сестры, милостив Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, аминь. Он ждет тебя сегодня, он ждет на поклонение, но освободи карманы свои, освободи сердце свое, освободи от этого, что препятствует, и Дух Святой наполнит сегодня. Аллилуйя, аминь. Хвала Ему навеки, ибо есть живой Господь, действующий здесь. Ава, Отче, поклонение Отцу, ты должен веровать, Ава, Отче. Ты должен иметь сегодня этот Дух от Господа и истина в устах твоих, Ава, Отче. И истина в деле твоем, и небо будет принимать. Слава Ему.
Слава Ему! Аллилуйя! Аминь! И вот, мои братья, сестры дорогие, мы должны разуметь это, ибо Слово Божье говорит, и я читаю такое место Священного Писания, это настолько отвечает Он для нас. Это есть записано книга пророка Иеремии. Я читаю несколько стихов Слова Божьего. Это говорит для нас сам Господь посредством этих, можно сказать, откровений или видений, которые нам Он дает. Я не знаю, мои милые братья и сестры, как думаете вы, но Дух Святой, который сейчас на этом месте, может быть, мы хотели бы, чтобы нас только благословляли, братья. Может, мы хотели бы, чтобы нам говорили лестное, сказали, какие мы хорошие. Это есть приятно. На этом месте я хотел бы, чтобы Бог поставил меня на веса правды. Я не хочу уйти с этого места непоставленным туда, мои милые братья и сестры. Зачем было преодолевать это расстояние и уйти отсюда, не получивши ответа? Я не знаю, мои братья, сестры дорогие, но я хотел бы, чтобы это место было место встречи с Господом. Аминь. Аминь. Я знаю, что вы пришли на это место с нуждами, что вы пришли с запросами, но сегодня еще говорит сам Господь, освободи карманы твои. Аллилуйя, аминь. Он есть здесь, но освобождай, ибо если придешь чуждым огнем, о, Он есть грозный судья. Он есть грозный судья, но если ты освободишь свои карманы, Он будет милостив к тебе. Я читаю место Священного Писания. Это говорит 29 глава, книга пророка Иеремии, и Слово Божье нам подтверждает. Ибо только я знаю, ни проповедник, ни пастор, я не знаю вашего намерения, я не знаю вашего сердца, я не знаю ваших карманов, юноши, я не знаю, что говорят уста ваши, я не знаю, чем наполнено сердце ваше. Но сейчас знает Господь. Удивляешься с моих слов, но это не мои слова. Сегодня Господь идет контролем. Аминь. Аминь. Небо открыто, Абба Отче. Сила Святого Духа действует. Аллилуйя. Аминь. Идет лечение народа Господнего. Арберарауда самена, Абба Отче. Истабатарамана кемперауда самена. Аллилуйя. Аминь. Сила Бога вечна. Аллилуйя. Поток Божий. Аллилуйя. Аминь. Тарамана фастабатараудес. Истина, аллилуйя, аминь. Ибо Слово Божие говорит, ибо я знаю намерения, какие имею о вас. Я имею намерение во благо тебе сегодня. Но не во зло, говорит Господь. Аллилуйя, аминь. Он готов простить тебя. Он готов дать свободу тебе. Аллилуйя, но не стой там, а беги на это место, ибо Дух Святой зовет тебя. Аминь, аминь. Сила Божья, Абба Отче, облако Господне спускается. Аллилуйя, начало на это место. Идет рентген Господен. Аллилуйя, аминь. Но в лучах Духа Святого освобождение, прощение кровью Сына Божьего. Абба Отче, ребелека патараманауда самен. Аллилуйя, аллилуйя. Юноша, тебя зовет Господь. Аминь. Ты стал далеко и думаешь, не видит тебя Бог, но Он зовет тебя сегодня. Аминь. Абба Отче, это место встречи с Богом. Аллилуйя, беги на это место, доколе священники стоят на своем месте, доколе левиты вопиют, доколе славится имя Бога. Аминь. Сила Бога вечна, аллилуйя. Аллилуйя, аминь. Победа Божья, Абба Отче. Аминь. Сила Бога, ребенарауда самен. Зовет тебя Дух Святой. Не стыдно сегодня каяться. Не стыдно освобождать карманы, аллилуйя. Ибо их наполняет Дух Святой. Аллилуйя, аминь. Свят, свят, свят.
Господь, аллилуйя! Свят Бог, Аба Отче! Аминь! Кум турибите рауде саме, аллилуйя, аминь! Ты слышишь шорох этого дождя, о котором было сказано, ладонь человека, но идет Дух Святой, аллилуйя! В тихом влиянии ветра на сердце твое и говорит, кайся сегодня! Аминь! Кайся сегодня! Ибо это день примирения с Богом! И ступите ребера рауде саме, аллилуйя, аминь! Истина ребеду кем правде самен, Ава Отче. Если ты хочешь, чтобы тебя за тебя здесь помолились, ты можешь пройти на это место. Сегодня не трудно сюда двигаться, но тебя ждет Господь, аллилуйя, аминь. Хвала вечному Богу, аллилуйя, доколе есть вода, доколе горит огонь, доколе есть сила Духа Святого, беги к Господу, аллилуйя, аминь. Беги к Богу, Ава Отче. Ибо Он готов на встречу с тобою. Он готов на эту встречу. Он не скажет тебе, вор. Он не скажет тебе... Ибо вот идет великое обновление в стане народа, и это тихое веяние, оно проходит, аминь. Но чтобы эти потоки попали во внутрь сердца, нужно открыть крышку, дабы посудина была свободно открытая, потому что длани мои, они простерты на место сие, для того, чтобы положить бальзам, для того, чтобы исцелить внутренность. Но если будет исцелена внутренность, то пройдет исцеление плоти. И как важно выйти в этот полноводный поток, не быть беспечным, потому что шествие мое, кто может остановить его благодать, она прибывает на место сие. Перемелус парамане глормена, ибо идет великое осуждение во многих сердцах, а я готов снять эту вину, и вармелус табири глормена, ибо капля крови, она не утратила силу, и я готов действовать ныне во внутренности человеческой, но я жду согласия, как многих смущает враг, как многих удерживает, но ныне пришел день свободы, и для многих в душ сей день сделается памятным, аминь, потому что шествие мое, оно начато, рвету стиберегелту глормена. И так, молитвенники, как важно стать на страже, чтобы стоять в борьбе и выстоять благословение, аминь, аминь. Аминь, аминь, молитвенники, Аба Отче, поднимите руки молитвы, Аба Отче, за утомленный народ. Отче, священники, станьте на свое место. Аба, Отче, ибо Дух Святой зовет. Зовет священники, поднимите свои руки. Аллилуйя, Аба Отче, аминь, аминь. О, дети, дети, говорит Господь, разве мало я посещал стихиями и бурями реведу стоманес? Мокро видеглайся, не подтверждал и открывал сначала в слове своем, дабы ты уразумел волю мою и приблизился ко мне, Аба Отче. И ныне не таю у тебя народ, Аба Отче, ибо я ныне сошел в силе слове на място сие, и облако мое приблизилось и остановилось, Аба Отче. Я лю дождь пролив, Албеду громенеский ветер. И так ныне знай, что это не случайное время, Аба Отче, а время приготовления, аминь, говорит Дух Святой, время встречи со мною, Аба Отче. Не думай, что время будет долго такое благоприятное. Сила моя, она ныне выливается не мерой, Аба Отче. О, черстви сердца, мира виды громенеский ветер. Доколе лед будет леденить сердца ваши, приблизьтесь ко мне, Аба Отче, и я сниму ночи, Аба Отче. Я вижу те души, которые ныне в борьбе, Аба Отче. И говорят, сделаем крок, и увлекут, и утянут. Нет, говорит Дух Святой, Аба Отче. Работу свою начал я. Если ты ныне промолчишь, аминь, говорит Дух Святой, я встречусь с тобой на дороге, я встречусь с тобой на поле, я встречусь с тобой дома. И тогда что ты скажешь, Аба Отче, когда раны мои будут бессильны? И так ныне сильна кровь завета, Аба Отче. Ныне длани мои простерты, аминь. Касайся и будешь здоров душою, аминь. Аминь. Я велик Господь, присутствую на этом месте, и мои веса контрольные стоять, аминь. И никто не пройдет мимо,
ибо я Бог живой. Авва, Отче, смотрите на Голгофу не на человека. Ибо не дадите отчет пред человеком, но пред Богом живым. Я вечный и скоро градущий. Прибудьте во мне, аминь. Откройте ваше сердце предо мною. Исповедуйте грехи ваши, аминь, которые закопаны годами, аминь, и неисповеданы, аминь, и пришедшие на это место непримиренные. Я великий, могущий, аминь. Сознайте вину вашу предо мною, ибо я хочу помиловать, аминь, и взять в объятия мои сироты, удовы, одинокие, обиженные. Аминь, Ава Отче, Ава Отче, скорбящие духом, приблизьтесь ко мне, ибо я вижу сердце ваше, я вижу томление ваше, изнеможение духа вашего, устали вы в пути вашем, но я хочу подсамировать вас, я хочу перевязать раны ваши, ибо я ваш отец, милость моя над вами, как шатер, простирающий руки мои ныне, ибо я это место избрал для славы моей. И вы много слышали, аминь, слава моего. Аминь. Хлеби мои подаю обильные. Изобилие мое дано, аминь. Не внушай вермиды штарватарам, но приблизьтесь ко мне, аминь. Не внушайтесь друг друга. Любовь нужна, аминь, Ава Отче, бодствуйте и храните мир, Ава Отче, не удаляйте щедородия, Бенедикт Браус, ибо много стоящих на этом месте, но я проверку поставил мою, контрольные веса мои здесь, истина моя в поношении народа моего, делами ихними истираус, не распинайте меня, аминь, делами вашими, не бейте меня по лицу, неверием вашим, ускараватарамас, ибо вскоре мое будет посещение великое, и прославится имя мое, ибо я велик Бог, славы моей не дам на земле никому, аминь, слава только единому Богу, Авва Отче, тайна великая, ибо я вижу, истина, аминь, израненный народ, стоящий здесь, у болях и стонах, ложатся и поднимаются, но вера нужна, аминь. И я помогу ныне. Авва Отче, воля моя, Дух Святый, Робер Мидервайса, плата моя будет скоро, и сила моя пройдет великая, аминь. Ава Отче, в народе моем, аллилуйя, пастыра, 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 я слышу мчание овец моих, аминь, чем кормите вы, аминь, тайна моя, будет зыск великий, Ава Отче, решение мое великое будет. И сортировка проходит же. Аллилуйя! Аллилуйя! Ты голубица моя! Прекрасная моя! Ты единственная! Аминь! Приблизься ко мне! Аллилуйя! Амин! Ава Отче!
боїсь народ, крамани кемен, довольно хромать амін. І повіжу хромоту в народі, рібіде фаради самін. Оскільки гріха не вір'я, рібіде фаради савоче. Оскільки заклятого по домам, крамани кемен. О, пройду, пройду по станам, рібіде фаради. Обнаження пройдет великої, рімін гломен амін. Ібо істина моя поругання, рібіде фаради. О, перекрили крани води живой, рібіде чення дух святой. І я буду судиться, невзирая на лица, рібіде чення, невзирая ні одежди, ібо славу присвоїли себе. А я Бог живой, крамане кемен, і я слави моєї не дам чоловікам, крамане готен амін. Ібо смотрю на обіжених, рібіде чення, смотрю на уніжених, або отче дух святой. Ібо на цьому місці проходить канту фаради самін, живительний поток, рібіде чення, і я буду обновлять, амін, алілюйя. Я буду подкріплять, або отче, я буду подимать, крамане кемен. О, какие крушення пройдуть в народі, какие столби падуть, рібіде готен, із-за народа, рібіде фаради самін. О, рібіде фаради кемен, і що сьогодні зробив ти для себе, амін, какой стукан поставив пред собою, пред кем преклоняєш колені народ мой, алілюйя. Разве богатство не у меня, алілюйя? Разве крамане кемен я не увенчаю славою моєю? Почему слава человеческое, рибиде готен? Почему не верю в сумнение, ропот, ропот, амин? О, рибиде фарады, суды мои пройдут, и розги мои пройдут в народе моем. О, рбатоломену, бодрись, народ, вожажьте силы моей, оболочи. Я укреплю, амин, я обновлю и подам целительный бальзам. Амин, амин, амин. Народом, Господи, и это место есть место встречи моей с Тобою, аллилуйя, аминь. Христос, Ты знаешь, что я еще не таков. Ты знаешь, Боже мой, мои недостатки. Я сегодня, Боже, прошу, прости меня, Боже. Прости меня сегодня на этом месте, аллилуйя, аминь. Освяти, Господь, меня, Аба, Отче. Освяти душу мою, Боже. Освяти сердце мое, Роберка, Паталамана, Удасамен. Приготовь меня, Господь, аллилуйя. Ибо я не знаю, Боже, буду я же жить сегодня еще. Но, Господь, дай мне возможность, Боже, быть уверенным на встречу с Тобою. И с Табатарабаракам, Парабара, Арбарара, Удасамен, аллилуйя, аминь. И с Тупитарабара, Арбарара, Удасамен, Аба, Отче. Твоя, Господь, аллилуйя, аминь, касающаяся стана народа, я умоляю Тебя, Боже, не удаляй это облако, не удаляй с этого места, Господь, аллилуйя, обновляй сердце народа, прости стан народа, прости, Господь, юрист, юнош, прости, Господь, отцов и матерей, прости детей, Господь, прости нас, священников, Боже, прости левитов, Господь, прости. Прости нас, Боже, из Тебе теребере эрбера рауда сана, наряду, аминь. Помоги нам взыскать всем сердцем Тебя. Помоги, Господь, аллилуйя, аминь. Из Тебе ребереке теребера рауда сана, наряду, аминь. Умножь эту воду, умножь, Господь, разрушь неверие в стане народа. Разрушь сейчас, Господь, аллилуйя, аминь. Тебере береката рабара рауда сана, наряду, аминь. Из Тебетарамана уда самен, вечный мой Боже. Пусть твои ангелы пойдут, возьми за руки, возьми этого изневерившегося, возьми, Господь, утомленного, приведи к этому колодцу, напои его живой водой, возьми его за руку, Господь. Пусть твоя вода, пусть твоя вода еще льется, еще большей меры мы в ожидании твоего, Господь, потока. Аллилуйя! Аллилуйя! Помоги нам плыть, Господь! Помоги нам плыть в этом потоке! Но помоги нам верить, Господь! Помоги нам поклониться в духе Тебе, Господь! Помоги нам, Боже, ходить в истине и служить Тебе, вечный мой Бог! Тебере береке патарамана удесаме. Аба, Отче! Аба!
Абба, Отче, мы вопием к Тебе! Абба, Отче, мы просим Тебя! И вот так говорит Господь, я есть Бог, иссушающий зеленое дерево, и иссохшее делаю зеленым кремена Фарамин, ибо не смотрю на высоту дерева, и на тень его, но ищу плода кламена гиспарарама вантайнис, и кремена лейзе фламентайнис, и так я обхожу сад свой, аминь, и осматриваю ветви, аминь, ибо вот жатва и собирание плодов, аминь, кремена Фарамин, кремена фламентайнис, аминь, и так говорит Господь, сукира в руке моей, аминь, и всякое не приносящее я срубаю, аминь, кламана Фарамин, ибо не буду смотреть, аминь, на заслуги человеческие, аминь, ибо это кламана Фарамин высоко у человека, но мерзость в глазах моих, аминь, ибо я ныне смотрю на смиренные и на униженные, аминь, и простираю десницу свою для того, чтобы благословить, аминь, и то, что потоптали, я желаю поднять, аминь, и обновить, ибо сила моя в немощи, аминь, ибо человек попирает славу мою, человек попирает истину мою, но не может удержать истины моей, ибо Фарамин истина моя, это есть свобода, Фарамин. Итак, подойди к ламена, Фарамин, каждый к престолу моему, аминь, и если ты смиришься глубоко, то благословлю и подам прощение, но если будешь смотреть, аминь, и думать, как ламена Айзер Фламин и Кромен Тайнис, дабы Господь действовал по планам твоих, нет, Романа Алфарамин, ибо желаю, дабы ты 7 раз, аминь, склонился предо мною, и туда проказа спадет с тебя, аминь, и будет мое очищение, ибо я сила, аминь, я есть Бог, аминь, не человек, аминь, я есть Бог милующий и прощающий, аминь, и так, аминь, подойди ближе ко мне и оцени время, которое отмерено для тебя, аминь, аминь. Ибо было время благоденствия, но приходит время, когда житницы заполняются доборным зерном, и проходит великий сбор, крама настал меня, но я ныне осматриваю, и вижу, как со многими, как по уборке урожая. Кто заставил тебя остановиться? Ты бежал, ты стремился к цели, а почему на концу глормина, но по времени опустошено поле твое, и небо, кроме негламен, проливало дожди, и я усматривал и обходил жизнь твою, и так пройдет великая замена среди народа, и как важно ныне, пока дано время, подытожить, осмотреть, ибо пройдет великое вскрытие, аминь. И рмен устал, берегломен, многие разведут руками, потому что шатнутся многие основания, и на тот, что упирали люди многолетиями, оно упадет и рухнет, но тот, что построено рукою моею, оно восстановится, как жемчужина, она станет, как символ, как дело не рук человеческих и выделки разума, но как дело рук моих, ибо я буду творец и созидатель строения моего, и не дам славы человеку, потому что я Господь, как многие возвысились и стали выше, поставили свои божества на высотах, и многие люди кланяются, о, прокину всякое идольство, и вода пойдет по долинам, аминь, и если ты сегодня хочешь напиться воды, то сойди с долины, ибо кремен устал меня, сбрось себе одеяния, как многие пришли на место с ее переодетые, не я ли Господь шествовал в дороге, аминь, не я ли видел шествие на место с ее, потому что рмина глармина, пришло время великой жатвы, и сойдут посланники с неба, и ремен уста прайду рибидештамен, и те страницы, которые люди забыли, которые прикрыты пылью, они возобновлятся и раскроются, потому что прольется свет мой на скрытие многих дел беззакония. Аминь. 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 Намерения какие имею о вас? Это говорит сам Господь. Говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Аминь. Слышишь, человек Божий, будущность и надежду Он готовит тебе. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас.
Это говорит Господь. И далее, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня, всем сердцем вашим. Аминь. Всем сердцем вашим. Сегодня зовет тебя Господь. Сегодня говорит тебе Господь. Аллилуйя, аминь. Иступитер аудес, кебере эрмина аудес. Еще так говорит Господь. Иступитер эмина эту кантуласт. Время бежит быстро. Но чуку тупите эсу лиминталеме. Но сердце твое горит. Но че эльмина касантабат аудес. И потому Господь еще хочет сказать об одной истине. Носку пите эту лиминакаст. У человека бывает так, что слово и дело две разные вещи. Имели кенталяма насун лист. Человек говорит одно, думает другое, а делает бывает третье. И куту пите эльмен санта капалас. Так бывает очень часто в народе. Носту келемеле элемена сун тубес. Но совершенно бывает у Господа крамаузен эйна. Ис кебена эм пакаталя уде меле сент. У Бога тело и слово – это одно и то же. Ност ле энту кепета антолеме. И потому еще сегодня говорит для тебя народ Господь. Мес метареме накуте эмеле уделест. Желание Бога – благословить церковь свою. Эм компакана ла канама санту этеленс. И это великое Божье благословение, которое обогащает, печали не приносит, твой удел. Ис кутете тенемесу лиминаудес. И если горит твое сердце, то это к твоему близко сердцу принес благословение Господь. Не бойся, что слезы текут из глаз. Но це куди ми сумкам? Это есть глазная мазь. Мажь ею твои глаза, кровида лаудес. И ты уже теперь будешь видеть иначе. Многие видят то, что делают люди, великие нагромождения. Но эбеля амала кампит. А Бог хочет, чтобы ты увидел то, что делает Господь. Исту кемена кенту бителемен ампилас. Потому что все людские нагромождения, как леса, в один момент рухнут. Но и бите эна гунту бите масумент. Но то, что делает Господь, будет стоять вечно. Аминь. 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 Хвала тебе, Господь. Аллилуйя. Слава и только тебе слава. Если взыщите меня всем сердцем своим, говорит Господь, он будет найден вами. Аминь. Аминь. Я не хочу правды, я не хочу волу цели, я не хочу, чтобы струны в сердце напрасно звенели, я не хочу, чтобы струны напрасно звенели. Я не хочу полуверы, жалких слепых рассуждений. Я не хочу трепетаний в сердце бессильных стремлений. Я не хочу трепетаний в сердце бессильных стремлений. Если отдаться навеки, аллилуйя.
почнеться виспівальник. Благословіння і бандура гарно грає, правда? Хай ще вони виконають, так, пісню? Прошу, будь ласка, згідні чи ні? Всі? Підніміть руку, хто за. Добре, бачите, хочуть теж заспівати. Дякую. Правда, бачите, як Бог потурбувався, нікого ще не припекло сонечко. Слава Богу, хай Господь благословить. Зараз ми ще послухаємо, брат засвідкує, що Господь зробив. Хочу бути дуже коротким. Я так підняв очі свої, і, можливо, хтось багато із вас помітив ось тих журавлів, котрі так високо над нами літали. І я так прийшло мені на думку, прийде час, коли подібно ось цих птахів, котрі сьогодні так піднімаються високо над нашими містами і селами, і вони ніби прощаючись з нами, ніби кажучи нам до побачення, але прийде час, коли церква Ісуса Христа, вона буде піднята на зустріч на хмарах з Ісусом Христом. І тоді ми скажемо, прощай, земля, іду додому. Який то буде славний день. Я коротенько зачитаю Боже Слово, написане Матвія 10 розділу, 8 віршом, такі слова, де Ісус Христос сказав до своїх учнів, оздоровляйте неждужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів, ви дармо дістали,
дарма і давайте. Любі друзі, я хотів би сьогодні коротенько засвідчити те, що Бог зробив в моїй сім'ї. Минулого разу, коли було ось це зібрання подібне, я ось там стояв біля клумби із своєю жінкою. Моїй жінці на оці зробилось, якийсь нарив робився більше півроку. Ось цей нарив, він все збільшувався і збільшувався. Око почало затуляти якась плівка. Мені навіть був докір, чому ти не звертаєшся до лікарів? Що ти думаєш собі? І я стояв там біля клумби, і коли проповідувалось Боже Слово, коли закликали до того, хто може і має віру, що Бог буде ісцеляти, я стояв і казав: Боже, я тебе прошу, якщо ти сьогодні ісцелиш мою жінку, то наслідуючий раз, коли ось тут буде таке зібрання, я візьму мікрофон і скажу, що ти є Бог, який ісцеляєш. І коли ми повернулись додому, я нічого не говорив. Ми, як завжди, продовжили своє життя. Пройшло 3 дні після ось цього зібрання. І вранці жінка підходить до мене і каже: Володь, дивися, моє око, воно чисте. Брати і сестри, але пізніше вона мені сказала, на протязі цих 3 днів воно настільки мені боліло, що я не мала спокою, але я мовчала. Брати і сестри, але те, що робить Бог, Він робить навіть тоді, коли ми, можливо, не бачимо цього. І, можливо, сьогодні є ті люди серед нас, хто каже подібно, як казав Гедеон до ангела: а де ті всі чудеса, про котрі розказували нам наші батьки? Де вони? Можливо, сьогодні ви їх не бачите, але я сьогодні хочу впевнено сказати, що наш Бог є Бог живий. І Він сьогодні є на цьому місці. І Він сьогодні прийшов своєю благодаттю для того, не тільки, щоб ісцелити твоє тіло, але щоб ісцелити твою душу, щоб покликати тебе до спасіння, щоб дати тобі вічне життя. Він турбується про тебе. Можливо, сьогодні хтось може сказати: я не вірю в те. Чи, можливо, ти, дорогий друже, слухачу Божого Слова, вже втомився в цьому світі і не маєш до кого покласти надію. Ти, можливо, витратив все в своєму житті і не маєш до кого звернутись. Друже мій дорогий, звернись до Ісуса. Він є той, який виходить на зустріч. І Він сказав своїм учням: оздоровляйте недужих, мертвих піднімайте, прокажених очищуйте, демонів виганяйте, дарма получили і дарма давайте. Брати і сестри, сьогодні Господь, Він не хоче від нас якоїсь зарплати, Він хоче від нас сьогодні чисте і смиренне серце. Він хоче, щоб ми віддали своє життя на служіння Йому, і Він зробить свою працю. Я думаю, ще багатьох сьогодні є тут люди, котрі сьогодні могли б засвідчити, і я сьогодні є живий свідок, що Бог наш є Бог живий. Йому слава навіки. Амінь. Не залишай, Ісусе, не лишай, бо без тебе тут страх душі відчай. Через ліс вночі звершати тут, о спасені завжди зі мною був. З дитячих літ я помиляти сміх, та ти не раз мене від зла беріг. Учитель, скільки в світі зла й біди, стріл смертельних випускав, противник, що я на шляху пав. Не продержусь і дня я без тебе, начальник віри не залишив.
мене. З дитячих літ я пов'яти зміг, та ти не раз мене від зла беріг. Учитель, скільки в світі зла й біди, не залишай, порадь мене й веди. Я знаю, що ця хмара, це облако не пішло. Брат ще тут хоче засвідкувати, він є керуючий реабілітаційним центром, жіночий, чоловічий в Києві, хай поблагословить, він має що сказати, прошу. Мир вам, браті і сестри. Я не собирався ні говорити, ні їхати сюди, але так Господь устроїв путь мой. І я много слышав о таких собраннях, але я вижу вперше таке собрання, і я сегодня еще раз слышу, я прах и пепел. Я прах и пепел перед Богом, живым и великим, и спасающим сегодня. Братья и сестры, я не был никогда верующим, я никогда не знал ни Бога. И сам я вырос в семье военнослужащих. И жили мы далеко в степи, на Урале. И о Боге я только слышал, может быть, когда отец ругался сильно, он вспоминал в матершине своей. И это единственное познание о Боге было. Но мне всегда с детства хотелось вот какого-то друга такого иметь, огромного и незаметного такого, невидимого, который бы заступался за меня. Меня часто обижали в школе, я больной был ребенок и слабенький, но мне всегда хотелось иметь того, который бы заступился за меня. Но не было никого у меня, потому что я сам был. Дома отец часто унижал и оскорблял меня. В 16 лет он мне сказал: жалко, что я тебя не убил, когда ты был маленький. И потом, когда мы переехали в Киев, я столкнулся еще с большими проблемами, потому что мир окружал меня зло. Я приехал в Киев как мальчик из сказки. То, что там было на Урале, в степи, это было вообще ничего, то, с чем я столкнулся в Киеве. И каждый старался унизить и обидеть, и поэтому я встал на такой путь, чтобы стать человеком сильным, который может за себя постоять. И я начал уподобляться людям этого мира. И время летело, и много зла, много беззакония было в моей жизни. Хотя я считал себя и справедливым, и хорошим человеком, но сегодня я смотрю на то, что было, и ничего доброго не было в моей жизни. И ни одного доброго поступка я не сделал, и ни одного доброго слова не сказал, но очень много думал о себе, потому что был очень гордым человеком и надменным. И в 30 лет я задумался, зачем я живу?
Зачем я живу? Куда я иду? Зачем я родился? До этого времени я уже сделал карьеру. Я вел двойную жизнь. С одной стороны, я был преступник. С другой стороны, я был комсорг. Потом председатель народного комитета. Я был хороший мастер на работе. Специалист был в своей области. Но в то же время жизнь моя была очень такая бессовестная и грязная. И выхода не было никакого. Я искал, искал и искал. И когда я молился, и когда я думал, и я ничего не находил, я не находил никакого выхода. И 30 лет мне когда было, я написал заявление на увольнение. Я написал: прошу меня уволить по собственному желанию. Это было в 90-м году, 1 марта, я должен был уволиться. Я пошел к заведующей, она очень ценила меня как специалиста, как советника на работе. И она сказала: почему ты увольняешься? Я говорю: я иду искать Бога. Я так сказал, я еще не знал Бога, я не знал, куда я иду. Она говорит: ты что, ненормальный? Да работай хотя бы до осени, мне же на пенсию идти. Я сказал: я иду искать Бога. Со мной уволилась моя жена, она была беременная в то время. И мы уволились. Я пошел, я покрестился в Масийской церкви в Киеве в 30 лет. И ничего не изменилось. Я 3 дня не умывался, не мыл руки, лицо. Я так хотел быть близко с Богом. Мне сказали: не надо мыть вот этот елей, которым тебя помазали. Я говорю, ходил грязный, но такая же грязная была моя речь. Я ничего не получил. Я ходил: Господи, где ты? Господи, я жаждал просто, я жаждал этой чистоты и света, которого не было во мне. И осенью я попал в евангельскую церковь. Я услышал Слово Божье. Я еще не понимал, что я грешник. Я еще не понимал ничего, но какая-то сила подняла меня, вышел на сцену, и я сказал то, что я знал. Всем давали микрофон, и я сказал молитву, которую я когда-то выучил, молитвословие, которое я украл. И там такие слова я сказал: Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй меня. Пастор ухмыльнулся и ничего не сказал, но это начался мой путь к Богу. Это начался путь к Богу, очень трудный и тернистый. Я никогда не знал, что когда человек встает, чтобы ответить на призыв Божий, то силы тьмы ополчаются против него. Я после этой церкви, когда вышел, я попал к кришнаитам, потом к другим людям, к лукавым, к заблудшим, к тем, которые в обольщении. И я погряз в оккультизме, я погряз в этом волшебстве и колдовстве, и я познал эти глубины сатанинские, эти лабиринты, и конца и края, и выхода не было из них. Это так увлекло меня, и я попал в такое обольщение, что я думал, что я служу Богу. Я рассказывал людям о Божьей любви, я читал Евангелие, я говорил про Иисуса, но в то же время я занимался этими злыми и темными делами оккультизма. И однажды, когда я уже имел группу 20 человек и обучал их всяким этим сатанинским делам, то пришли пастыря в эту группу, и они были с нами, беседовали, и я очень нехорошо себя вел с ними, я им задавал всякие каверзные вопросы, но после того, как они ушли, что-то поменялось в моем сердце. Оказывается, они постились и молились, церковь молилась, и это дело разрушено было. Я всех отпустил на каникулы, сказал: на каникулы, до осени, это была весна, и у меня была мысль уже больше никогда не собирать эту группу. Я еще не понимал ничего. Я пошел на исповедание, исповедовал все мирские грехи, уже совесть во мне говорила, потому что я слышал Слово Божье. Я пошел, исповедовал мирские грехи, но я не думал отрекаться от того, что я делал, потому что я уже лечил людей, и это получалось. И я не собирался отрекаться от этого, но когда я начал отрекаться от этого, я сам подумал, что я делаю. Что я делаю, как я буду жить без этого, это смысл моей жизни. Я так люблю это, ведь это Бог мне дал, я так думал. Но я отрекался, отрекался, отрекался. Вышел я на улицу совершенно пустой. Я думал, какие-то эмоции, какая-то радость будет. Я был совершенно пустой. Радость наполнила меня через месяц и 19 дней. Я когда был крещенный Духом Святым. Когда меня взяли, слава Иисусу, когда я пришел в тот дом, где молились о крещении Духом Святым, за меня начали молиться. Но что-то необыкновенно стало происходить. Я сам слышал вой, который исходил из меня. Братья молились. Они сказали мне, что вот то-то еще было в твоей жизни. Я отрекся. И
дух этот нечистый вышел, я получил крещение Духом Святым, и я сказал: Господи, я хочу служить Тебе. Господи, я хочу бывать там, где Ты бываешь. Я хочу видеть славу Твою. Я хочу быть свидетелем Твоим. Я еще так мало понимал, я еще так мало знал, но Бог зажег огонь во мне. И я начал читать Слово Божье. У меня появилась жажда. Я начал молиться, я начал искать Бога. Я начал все делать, все, что мне говорили. Мне сказали: призывай кровь Христа, исповедуй кровь Христа. И я каждый день только ходил и говорил: кровь Христа, кровь Христа, кровь Христа. Хотя я сейчас понимаю, что не это давало мне силу, и не это давало. Мне говорили: побольше благодари, и я не знал, как это делать. Я говорил: благодарю, благодарю, благодарю. Я не понимал до сих пор, что Бог со мной сделал. И однажды я попал на домашнюю группу, там был старец, он спросил: кто ты? Потому что в церкви было 300 с лишним человек, и водное крещение нас принимало 64 человека за один раз. И он спросил: кто ты? Я ему рассказал, засвидетельствовал, и он сказал: каждый день благодари Бога, потому что такие люди, как ты, идут без суда и следствия в ад. И тут этот Дух Святой, он достиг моего сердца. И мне открылось тот подвиг любви, который Христос совершил для меня. То, что Он для меня сделал, и от чего Он меня избавил. И мое сердце сокрушилось. И я с того дня славлю Бога, что Он меня избавил от ада преисподнего. Братья и сестры, это великая радость иметь общение с Богом. Это великая радость быть наполненным Духом Святым. Это великая радость говорить Слово Божие. И я часто спрашивал: Господи, кто я такой? Кто я такой, что я могу называть Тебя Отцом и говорить такое Твое Слово Святое? И Бог сказал мне Духом Святым: Ты Сын Мой. Я спрашивал Бога: Господи, почему столько людей хороших и порядочных так и не услышали благовестие и умерли? Но почему я самый последний человек? Самый последний человек, и сегодня я спасенный. И Дух Святой сердце говорит, что Иисус пришел взыскать и спасти погибшие. Я понимаю, что я был на 100% погибший. Когда я молился и просил Бога, чтобы бывать в тех местах, где Он бывает, внезапно открылось для меня это служение тюремное. Я начал посещать эти темницы, этих узников, людей, с которыми я говорил, которые проповедовали Евангелие. Я видел, что это большой детский сад. Я видел, что это заблудшие люди, что я был гораздо хуже их. Хотя я избежал и тюрьмы, хотя я избежал наркотика, но я был хуже их. Господи, я хочу отдать сердце свое этим людям. И я проповедовал им Евангелие, насколько я понимал, насколько я знал. И Бог осуществлял свою работу. Сначала не было видно никакого результата, никакого труда. Пустые глаза, ожидающие конца служения, чтобы попросить или конверт, или позвонить родственникам, или сделать какую-то передачу. Мы это делали, мы помогали им, но не было никакого результата. И однажды нас выгнали из тюрьмы за то, что мы, плохо влияем на этих людей, и все восстали, администрация, и там началось пробуждение. Бог начал исцелять от туберкулеза, от эпилепсии, Бог начал крестить Духом Святым прямо их на нарах, Бог начал это движение Духа Святого прямо там. Люди, которые вставали, они начинали молиться, их забирали на вахту, начинали бить за то, что они молятся. И когда опять нас начали пускать в эту зону, то там уже было, может быть, 100 или 150 человек, которые были утверждены в вере. И люди, которые приходили из зоны, они склоняли свои колени, они отдавали свое сердце Иисусу, они уже были готовы, чтобы вступать в завет с Богом. И это служение продолжалось, и оно увеличивалось. И потом много людей освобождалось, и уже некуда было принимать их, и нужно было что-то думать. И тогда Бог через одного человека посоветовал такое служение. Я не знал, я не мечтал и не думал. Дома у меня всегда останавливалось 2-3 человека, которые освобождались из зоны. И теща кричала: потом вызову милицию, большая семья у меня, детки есть, квартира тещина, я вызову милицию. Я говорю: вызывайте, делайте, что хотите, но я буду служить этим людям. И она ни разу так и не вызвала эту милицию. И люди, я заметил, которые проходили через наш дом, которыми мы молились, которыми посещали служение, они оставались с Богом. Другие люди, которые возвращались в мир, они потом встречались нам в других зонах, они погибали, умирали, и много-много было. И вот возникло такое служение для людей, которые освобождаются из мест лишения свободы. Я никогда не был судимый, я никогда не привлекался к уголовной ответственности. Мама у меня имела партийную нагрузку, она была инспектором детской комнаты милиции, и она мне всегда запрещала
дружить со шпаной, так называли этих молодых юных хулиганов, но меня всегда влекло к ним, и это влечение у меня уже появилось, когда я уже, будучи в завете с Богом, меня влекло к этим людям. Я нигде себя так не чувствовал, вот так окрыленным таким и наполненным Духом Святым, как в зонах, как в разных притонах, где я приходил проповедовать Слово Божье. И когда возник этот центр, люди начали приходить самые разные, какие только могли быть. И они не находили между собой мира. И мне пришлось их примирять, мне приходилось молиться, мне приходилось говорить с ними. Как-то Бог так сделал, что они начали уважать меня и любить меня, и они начали слышать Слово Мое. Это Божья заслуга, потому что я никогда нигде ничего доброго не мог сказать и ничего доброго сделать. И везде, где я приходил, меня выгоняли, и везде был лишний человек. Но здесь я увидел, что я нужен этим людям. И они полюбили меня. И через мою жизнь им начался открываться Господь. Они начали молиться Иисусу. Сегодня никто из них не может сказать, что что-то я для них сделал. Сегодня ни один не может сказать, что я освободил их или исцелил. Потому что я просто единственное, что сделал, их научил молиться друг за друга, как написано. Они молятся друг за друга. Они возлагают друг на друга руки. Они друг друга учат, они друг друга любят и служат друг другу. Разные люди попадают. И злые, и лукавые, но мы принимаем всех. И Бог начинает действовать. Пришло время, когда пошло много наркоманов в центр. И первый наркоман, который пришел, 17 лет кололся, и Бог сверхъестественным образом освободил его. Мы назначили молитву, и каждые 30 минут мы менялись и молились за него. И произошло это чудо. Он был почти мертвый, этот человек. И Бог явил чудо такое, слава Богу. Потом второй наркоман попал, то же самое было. Я понял, у меня есть система, надо такую молитву делать, и Бог будет освобождать. Третий попал, ничего. Четвертый попал, ничего. Перестала действовать система, которую мы придумали. И я сказал: Господи, если ты не будешь их сам освобождать, то не приводи их. Потому что я сделать ничего не могу. Зачем они приходят сюда и разбиваются здесь, не получая ничего? Мне нечего им дать, Господь. Я перепробовал до этого очень много. И когда месяц где-то или полтора не было их, люди приходили из зон, приходили алкозависимые, бомжи приходили, но не было наркоманов. Но потом, через месяц или полтора, когда начали приходить наркоманы, нам уже ничего не надо было делать. Мы не успевали помолиться, они получали освобождение. Аллилуйя! Этот Дух Святой начал действовать. И, казалось бы, мы достигли, чего так хотели. Бог начал освобождать наркоманов. И здесь я понял, что не это главное. Они начали каяться. Мы радовались, но и это было не главное. Мы начали думать, что Бог хочет, чтобы было множество делателей. И они начали трудиться, они стали вступать в завет с Богом. Бог начал крестить Духом Святым. Это было много-много-много радости. Много славы Божьей мы видели, но и этого не все это хотел Бог. То есть это не было еще все. И то есть мы видели, что как мы близоруки, и нам приходилось переходить из ступени в ступени, из веры в веру. И Бог научил нас и открыл нам, что нам дано такое служение, подготовить людей, научить их, чтобы они стали жителями будущей вселенной. Это большая ответственность, братья и сестры, то, что они увидят в нас, и то, что они услышат от нас. И перед тем, как открылось это служение, мы молились и были в Обухове, там такая хорошая церковь, и сосуды у них есть. И молились за служение, мы еще сами не знали, что нас ждет в этом служении. И было показано видение, что везут множество колясок и множество младенцев, такие горы мертвых младенцев, которые очень туго перепеленал кто-то, навалены эти младенцы, и нету никакой жизни там. И тогда Господь говорит, что к вам будут приходить множество людей, которые мертвые для меня, но живые для этого мира. И вам дано такое служение, чтобы они были рождены свыше. То есть мы должны были им проповедовать Евангелие Царства Божьего. И то он еще выполняет. Thank you.
за днем устремляясь вдаль. Вспомни в жизни Господни чудеса, пусть уйдет роковая печаль. Ой, бодрей, сердцу станет веселей, со Христом пройдем сквозь огонь. Смело наша жизнь, это путь на небеса, всех искуплен кровью Христа. Наша жизнь, это путь на небеса, где гора среди огнистых камней. Там поют неземные голоса песни славы царю царей. Там вовек солнце правды не зайдет, не увидим больше мы там. Ночи наша жизнь, это путь на небеса, всех искуплены кровью Христа. Наша жизнь, это путь на небеса, по долам каменистых дорог. Он ведет нас в обитель Христа, где покой для израненных ног. Там наш город из золотых камней, где течет река посреди. Рая наша жизнь, это путь на небеса, всех искуплен кровью Христа. Кажется, вот так начиналось недавно это служение, и вот уже пора идет к заключению, правда? И вы знаете, вот так вся жизнь. И кажется, совсем недавно мы так радовались, что первые птицы прилетели в наши края, тепло пришло, правда? И сегодня мы под аккорд этой чудеснейшей музыкой, которая звучала сегодня под бандуру, знаете, первый раз в жизни я увидел и услышал, до этого только на картинках. Знаете, благословение пережил двойное, под скрипку, такие аккорды чудесные. Мы сегодня наблюдали с вами, улетают, как по-вашему, лелеки, так? Буски, лелеки. И так кажется, вот недавно весна начиналась, правда? И вот так вся наша жизнь проходит.
Проходят мечты людские, людские надежды канают и уходят от нас. И вы знаете, идет жизнь на земле. И знаете, как блажен человек, который знает, куда идет. Мы пропели песню, что наша жизнь – это путь на небеса. Но как многие люди сегодня живут на этой земле и не знают, для чего живут, но время так близко сегодня, так быстро идет, время так быстро проходит. И блажен тот человек, который знает, куда идет. И блажен тот человек, который знает, что ему надо. Вы знаете, часто люди так говорят, мне вот надо то мне. И как часто люди не знают, что им надо действительно. И однажды, 2000 лет назад, Иисус Христос, Он зашел на гору, и перед Ним лежал великий город Иерусалим. И Он прослезился, смотря на этот город, говорит, Иерусалим, Иерусалим, если бы только в этот ты знал, что служит к миру твоему. Что такое, что служит к миру? Знаете, когда мир у сердца, у человека? Вы знаете, когда покой, когда у нас нету желаний, когда исполняется наше желание, правда? Если у человека нету здоровья, о каком мире у сердца можно говорить? Если отец не может накормить своих деток, которые приходят, папа, а ты сегодня деньги принес? Нет, сегодня опять у нас нет ничего. Скажите, можно ли говорить о мире? И сегодня люди думают, одни говорят, мне нужна машина, третьи говорят, мне нужно дом построить, четвертое то, и так и в Иерусалиме было. Но плакал некто там наверху, ах, Иерусалим, Иерусалим, если бы ты только правда знал, что тебе действительно нужно, чтобы послужило к миру твоему. Но Иерусалим это не узнал. Прошло короткое время, пришла война в Иерусалим. Пришел голод, пришла осада, пришел великий голод. И матеря, они метались и искали, чтобы покушать своим детям. Их разум помучался, кто читал Иосифа Флавия, иудейская война. Это исторические вещи, это историческое, что матеря ели своих детей, разум помучался. Так людям хотелось есть, потому что некогда они отвергли того, кто богатый хлебом, того, кто богатый благословением. Они его распяли и сказали, кровь его на нас и на наших детях. И вот пришла кровопролитная война, слезы лились материнские, кровь была там, там было горе людское. Однажды люди не узнали, что им нужно. Сегодня люди живут уже в 21 веке, благодарение Богу, правда? Но вы знаете, как часто разговаривая с людьми, можно понять, как некогда не знали люди, что им нужно, и сегодня не знают. Люди думают, им нужно в космос, и люди думают, их нужны новейшие технологии. И многие люди говорят, нам нужно современное оружие, чтобы был мир на земле. Но, друзья дорогие, сдается мне, что-то нужно сегодня другое, что нужно людям. Вы знаете, человек так устроен, он всегда стремится предугадать всякий недостаток и всякий дефицит. И когда только где-то что-то дефицит, этим воспользуются конвояжеры или бизнесмены и сразу стараются туда что-то привезти товар и на этом сделать бизнес, правда? Но вы знаете, если б только знал человек, что ему однажды сильно пригодится. Если б человек сегодня современный, знающий, как расщепить атом, как сосчитать там еще какие-то вещи точнейшие, если бы он знал, что ему сегодня нужно. Если бы он только знал, перед каким дефицитом однажды он окажется лицом к лицу. Я хочу прочитать слово из Откровения, которое написано в 19 главе, с 11 стиха и ниже. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие». Слава Богу, друзья, мы знаем, о ком идет речь. И буду читать Амоса с 8 главы, с 9 стиха и ниже. «И будет в тот день, говорит Господь Бог,
произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. И обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретища, и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и искать, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут ее. В тот день и стоявать будут от жажды красивой девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским, и говорят, жив Бог твой дан, и жив путь в Версавию, они падут и уже не встанут. Да, друзья дорогие, сегодня мир, он старается предупредить всякий недостаток. Если что-то не хватает, так где-то говорят, там в озоновой оболочке над землей дыры, там надо что-то принимать. Там говорят, где-то кто-то какой-то будет недостаток, стараются упредить этот недостаток. И кажется, все предусмотрено, там ученые мужи думают, как накормить вселенную, а вдруг хлеба не хватит, как из нефти делать зерно, мне один рассказывал, как из рапса делать солярку там или что, кажется, все под контролем, правда? И сегодня многие жители земли, они живут беспечно. Если думают не уродить тут картошка, в другом месте прикупим, правда? И так сегодня люди живут на этой земле и не знают, что есть самый большой приоритет в этом мире и что надо припасать. И сегодня подготовка идет, наверное, к зиме, правда, скоро подует холодный ветер, и уже у наших по гробах растет горбочка картошечки, вот, соленья, варенья приготавливаются, чтобы встретить зиму. Кажется, у нас все есть, правда? Я вспоминаю свое детство, знаете, раньше брали у партизаны, ну, мужчин, я был тогда небольшой, и у нас было много коз, я их пасвил, еще в школу не ходил. И вы знаете, часто так бывало, моих братьев старших брали тоже, ночью приходят на сборы, в военкомат идут, там где-то несколько они дней. И вы знаете, когда мужчин брали на сборы, то женщины быстро вставали и бежали к магазинам, и все-все полностью, мука, сахар, соль, все-все выметали, голенькие прилавочки были. И проходило, когда две недели все это богатство лежало на мусорке, поточенное червячками, эти макароны, все. И уже тогда для моих коз был, ну, настоящий рай. Они уже тогда не терпели голода ни в чем. Они ходили, вдоволь могли кушать. Потому что то, что припасали люди, оно, они не могли это сохранить, и поэтому выбрасывали. Вот так устроен человек, старается упредить всякий недостаток загодя. И каждая мама, каждый папа, он старается, чтобы детки его были всегда напоены и накормленные, правда? Мы так устроены. И вы знаете, что говорит Библия? Однажды такое время наступит, наступит такой дефицит, который ни один ученый муж не может предугадать и не мог. Кто бы мог подумать, что люди будут от севера к югу ходить, молодежь, молодые люди, и что они будут искать, кто знает? Слово Божие. О, друзья дорогие, я сегодня, сидя на этом месте, я благодарен Богу, друзья, своими братьями и сестрами, что сегодня Слово Божие обильно покрывает нашу землю, правда? И нам тут так хорошо. И вчера еще, как брат заметил, так светило солнце, сегодня и погода хорошая. Внимай, Слово Божье льется широкой полноводной рукою. Оно наполняет наше сердце. У меня не сваривает голова. Я не могу представить, как это будет. Ну как это? Или Библии исчезнут с земли, или они свой вес и силу потеряют. Я не знаю. Но я знаю точно, что это слово исполнится однажды. За что благодарен нашему Господу. Ну еще сегодня день спасения, благодарение Богу. Еще сегодня текут слезы с глаз. Тех, кто кается, приходит перед Богом. Еще сегодня Он перевязывает наши раны. Еще сегодня призыв у вас звучит. Придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я успокою вас. Сегодня это к тебе голос, друг дорогой. Как ты сегодня к нему отнесешься? Как ты сегодня отнесешься к этому голосу? Что ты сегодня сделаешь? Сегодня к тебе звучит этот голос. Сегодня день спасения. Сегодня лето благоприятное.
пожалуйста, сделай свой выбор в твоей жизни. Сделай его сегодня. Сделай это днем, когда ты примешь это слово в сердце твое. И это счастье, счастье обретенной вечной жизни, тебя оставит никогда. Друг дорогой, ты можешь потерять близких, ты можешь потерять родных. Я вспоминаю, когда я хоронил свою маму. Вы знаете, я всегда боялся этого момента. Всегда. Я проезжал в момент кладбищ, и я думал, как хорошо, что моя мама, которая меня привела к Богу, которую вымолила, когда я ходил там во грехах, как хорошо, что она жива. Я думал, что я буду делать, когда я оставлю его. И как только подумаю, что это может произойти, у меня мурашки шли по коже, и я не знал, что, как оно произойдет. Но, друзья, этот момент наступил. Мама заболела тяжело. Мама, мы молиться будем. Неужели Бог тебя не исцелит? Она, деточки, я хочу домой уже. Я так устала, я вас вымолила. У нас ее 10 было, знаете. Я, говорит, так устала в этой земле. Я, говорит, уже хочу домой, не молитесь, я хочу туда. И однажды я пришел к ней в больницу, она читала Слово Божие и что-то рассказывала тем людям, которые там были вместе с ней. И она такая была счастлива, она радостна была, и она даже смеялась, знаете, я никогда не видел свою маму смеящейся. Она всегда почему-то плакала, 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 плакала. Но я увидел ее смеящейся, и я так удивлен был. Мне звонит сестра моя, говорит, ты был у мамы в больнице? Да. Она говорит, наша мама 100 лет проживет, она сегодня, говорит, такая счастливая. Я говорю, я тоже увидел, что произошло, наверное, мама долго будет жить. Но у меня сердце что-то ёкнуло, и утром позвонили, вашей мамы больше нет. И вы знаете, когда пришли похороны, собрались люди и начали рассказывать, сколько она людей вымолила, сколько им помогла в молитве, поддержала. Она у меня была, я благодарен Богу, молитвенницей. И вы знаете, когда я ехал с похорон, приехали с Латвии друзья со многих мест, мне подарили кассету чудесную, где есть песня «У дикого гуся могучие крылья». Я развозил уже с похорон гостей, я уставил эту кассету, я начал слушать музыку. И вы знаете, что говорят, ну когда кто-то умрет, нельзя музыку слушать. Я слушал христианские песни, я словил себя на месте, что в моем сердце почему-то радость. Я не знаю, я похоронил самое дорогое, кажется, маму, но в сердце моем радость, потому что она когда-то мне сказала о том, кто есть дороже всех на свете, о этом чудесном сыне, и он сегодня в сердце моем. Я как был счастлив, я ехал, говорю, мама, я благодарен тебе, ты меня привела к Богу. И где есть Бог, там есть радость. Можно терять родных, можно терять близких, но Бога потерять я вам никому не советую. Друг дорогой, и сегодня ты его можешь приобрести. Друг дорогой, мы сейчас будем молиться, сейчас будем совершать молитву, уже время, мы ценим ваше время. Но кто сегодня хочет приобрести сына, сына в сердце свое, вы можете это сегодня сделать. Друг дорогой, если ты сегодня поднимешь руку и скажешь, Иисус, я признаю тебя как сына, которого послал Господь. Я принимаю тебя в сердце свое, каюсь, я грешник. Я хочу, чтобы ты был в моем сердце, моей поддержкой, чтобы ты согревал всю мою жизнь. Я хочу с тобой в вечности быть, когда мое сердце прекратит биться. Я уверен, он войдет сегодня в твое сердце, и ты отсюда уйдешь, обновленный, друг дорогой. В сердце с сыном будешь жить. О, друг дорогой, не упусти этот момент. Пожалуйста, подними свою руку. Кто сегодня желает приобрести сына, поднимите выше ваши руки, мы будем молиться сегодня за вас, пожалуйста. Слава Богу, кто еще желает сына приобрести, чтобы он был в вашем сердце и не расставаться, чтобы с ним. Слава Богу, еще кто хочет приобрести сына в свое сердце, аллилуйя, слава. Кто хочет это слово, чтобы жило в его сердце, кто еще, пожалуйста. Слава Богу. Друзья дорогие, я бы хотел, чтобы тут сделали коридор. Расступитесь, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы прошли на это место. Народ Божий, расступитесь. Кто поднял руку? Я вас прошу. Сейчас мы будем молиться молитвой грешника. И кто сегодня желает обратиться к сыну, обратиться к слову, придите сюда.
И сегодня это произойдет чудесная встреча на этом месте. Прошу вас, пожалуйста, пройдите на это место. Это чудесно произойдет. Сына Божьего с вами в Духе Святом. Он исцелит ваши раны. Он перевяжет ваше кровоточащее сердце. Пожалуйста, те, кто поднял руки, пожалуйста, пройдите. Тут есть чудесный проход. Пожалуйста. И еще какое-то время мы ожидаем. Молимся, молимся, братья и сестры. Хай Дух Святий діє. Пожалуйста. Еще кто желает, проход свободен, свободный сегодня доступ есть, благодати. О, друг дорогой, пожалуйста, отбрось ложный стыд, подчинись этому голосу. Сегодня Дух Святой призывает тебя, но сегодня на этом месте тот, кто шепчет тебе другое. Зачем ты пойдешь, куда ты пойдешь? Отбрось этот голос. Это голос врага душ человеческих. Не упусти сегодня шанс для себя. Для тебя, друг дорогой. Не так давно это было. Пришел ко мне один молодой человек, мой сосед, который погибал в пьянстве, в разврате, в буде. И он подошел ко мне и говорит: слушай, как мне надоело эта жизнь безбожная. Слушай, я слышал, что там у вас наркоманы обращаются и пьяницы. И я хочу тоже обратиться. Когда будешь ехать на собрание, то, пожалуйста, возьми меня. Наступило воскресенье, я пришел к нему. Я пришел к нему домой, но у него были в гостях блатные, знаете, такие, как он. И я сказал ему: Валера, пошли на собрание. Но он сказал, они начали подсмехиваться над ним. И он говорит: знаешь, я потом приду. Знаешь, у меня гости, я знаю этих гостей, пожалуйста, пошли. И он отказался. Он постеснялся, потому что все знали, кто я такой. И он так посмотрел, ему было неудобно, но мне было жаль его. И почему-то я на него посмотрел, сердце так сжалось сильно, и я ушел. Но прошло несколько недель, и ко мне приходят, ты знаешь, говорит: Валеры нет в живых, его нет. Знаете, как горько мне было, что еще одну душу обманул враг душ человеческих этим завтра. Ах, сколько это завтра обмануло уже людей. Друг дорогой, не тешь себя этой пустой надеждой на завтра. Сегодня день спасения. Сегодня голос Духа Святого стучит в твое сердце. Сегодня ты можешь примириться с тем, кто кровью своей искупил весь мир от греха. Пожалуйста, пройдите на это место. Кто еще желает обратиться ко спасению? Пожалуйста, пройдите на это место. Не опоздай, сын лунный, в дом твой родной приди. Там тебя ожидает сердце отца. Під час пісні, будь ласка, бо ти проходити. Чи гріховний камінь тисне твої груди, спіши сюди. Час не вагайтеся. А сьогодні чекає Господь. Спішіть. Це ж слово повніється. Може, ти стоїш десь далеко в куточку, але йди, тебе кличе Ісус. Там твій отець тоскує. Швиденько сюди передмолився, тут всі добрачі, йдуть ще люди. Та ти, сестри, вимолює, відвоюємо сьогодні людей для Царства Божого. Скоро ли син прийде? Алілуя. Горе тебе постигла. На вас чекає Господь, спішіть, спішіть, чоловіки, жінки проходять. Молимося, проти серця. Господь дає перемогу, Він вириває сьогодні людей. Ідуть старші, молодші. Алілуя. Я знаю щастя, доля за покой. Проходь, проходь, хлопчина, ще, ще йдуть. Молимося, проти серця, молимося. Ще там пускайте, пускайте, ще йдуть. Це кров Христа, ні. Пускайте того хлопчину, чи йде рухається, пускайте його. Що не завіровку, завіровку проходьте день. Що поступив би плохо, можна ли все простити?
Начал приходить один верующий человек и приглашать на собрание. Приди к Богу, у Бога для тебя есть счастье. И он отлаживал. И однажды, когда он находился дома, и он думает, ну вот если сегодня меня пригласят на собрание, то я пойду, наверное, посмотрю, что у них там такое. И он смотрел, когда идут верующие люди на собрание. И так он смотрел, и все прошли, и к нему никто не зашел. Сердце так больно сжалось. Сердце так стало что-то не хватает. И он, знаете, он думает, вот и все, и никто уже, я никому не нужен. Вот уже мне никто не может помочь. От меня все уже отреклись, что мне делать? И такая мысль, пойду сам, знаю, где находится. И он, вы знаете, говорит, пошел я. Прихожу, а там Слово Божие звучит, а там Бог говорит, что любит всех людей. Думаю, неужели уже я самый худший на этой земле? Когда шел призыв, поднял руку свою, пал на колени перед кафедрой, плакал, молился, Господи, прости. Когда устал, вы знаете, слезы на глазах, такая радость чудесная, начал всех обнимать, целовать, так чудесно. Вышел собрание, все расходятся, солнце чудесное светит, все для меня поменяло краски. Побежал на работу к женке своей, она работала в хлебопекарне, знаете, скользящий график. Вызвал ее на проходную, говорю, жена, я себе Христа в сердце принял. Я примирился с Богом, я нашел счастье, которое так долго искала, но в Иисусе. А жена говорит, смотрит на меня, ну да, ой, хорошо, вот не понимает жена. И она так и ушла, а мне так захотелось снова в дом молитвенный. Побежал туда, а там уже сестра пожила, подметает, знаете, уже пол, уже все. Вот. И на меня говорит, молодой человек, вы уже опоздали, служение кончилось. А я говорю, сестрица дорогая, я не опоздал. Я сегодня отдал сердце свое Иисусу. Я сегодня успел. О, друг дорогой, но это бывает не всегда, как многие люди опоздали, тешили себя пустой надеждою и опоздали. Сейчас будем молиться, друзья. Если кто желает еще успеть,
пожалуйста, сегодня небо открыто для тебя. Сегодня Иисус Христос с Духом Святым, Он на этом месте ожидает тебя. Пожалуйста, поднимите вашу руку. Кто еще хочет успеть сегодняшним днем примириться с Иисусом Христом? Пожалуйста, пройдите сюда. Кто желает, пожалуйста, не стесняйтесь. Господь, пожалуйста, проходите. Аллилуйя, слава, благодарение. Еще желает. Еще сейчас прозвучит одна песня, призывающая, друзья, дорогие, вас к Богу, к покаянию. Пожалуйста, еще мы чуть-чуть подождем, это очень важно. Да, уже хочется, наверное, какие-то нас дела ждут. Но там вечность есть дело большое, дело спасения грешной души. Пожалуйста, еще подождем какой-то момент. Прислушайтесь к этой песне. Ще пройшли двоє хлопців молодих, а ми молимося, брати, сестри, хай Дух Святий працює, молимося, погробить свою роботу. Послушай, мой друг, я тебе скажу о том, что настанет тот час, когда ко Христу ты придешь на суд, услышав его трубный глас. Сегодня Христос льет слезы себя. Ой, если бы ты знал, что любовь его бескрайна, как небо простор. Дорогой друг, сегодня Христос, Он ждет тебя,
ты можешь сегодня воспользоваться его любовью. Но если ты этот голос сегодня пропустишь, если ты пренебрежешь этим голосом любви, ты можешь пренебречь своей жизнью. Однажды настанет такой момент, когда ты остро в нем понуждаешься. Но это может быть уже поздно. Поэтому, когда мы будем молиться, пожалуйста, кто еще согласится отдать сегодня свое сердце Иисусу, пожалуйста, подойдите сюда. Я хочу вам обратиться, тех, кто вышли на это место. Сейчас церковь будет молиться, мы будем молиться, будем за вас молиться. Скажите вашему Богу в сокровенной глубине души о том, как вы долго к Нему шли, о том, как долго вы шли к Нему, как вам трудно было на пути к Нему. Скажите о том, что вы желаете иметь в своей жизни, Его в своем сердце. Скажите Ему глубоко в ваших мыслях, а церковь будет молиться за вас. Я уверен, Бог услышит вашу молитву, молитву раскаяния. Бог может услышать молитву даже без слов, но Бог никогда не услышит молитвы без сердца. Приложите к этому сердце. Веруйте в это. Он сегодня здесь, Он слышит ваши молитвы. Пусть вас Господь обильно благословит. В заключение этого служения давайте помолимся, поблагодарим нашего Господа. Дорогой Господь, дорогой Создатель, мы сегодня благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за кровь Твою пролитую, за Твою любовь. Мы славим Тебя, благодарим, Господи. Ты достоин хвалы, Ты достоин благодарения, Господи, за это чудесное время, которое мы сегодня имели, Господи, за это служение, за Слово Твое, которое обильно сегодня на этой земле, Господи, изливается на жителей этой земли. Мы благодарны Тебе за эти души, кающиеся, Господи. Мы благодарны Тебе, что Тебя еще и еще нашли сегодня эти люди, Господи. Я благодарен Тебе за это с моими братьями, Господи. Я прошу, услышь сегодня их молитву, Господи. Я знаю, что услышишь их молитву, Господь. Омой их чистой, драгоценной кровью Своею. Прости в них мне грехи. Возврати, что дьявол, враг души человеческой, отнял у них. Возврати им путь спасения, радость спасения. Запиши их имена в книгу жизни. О, Иисус, мы просим Тебя во имя крови Твоей пронзенной, пролитой на Голгофском кресте, Господь. Отец, мы просим, молим Тебя, благослови. Может, еще кто постеснялся, по каким-то причинам не вышел сюда. Прошу Тебя, о, Духом Святым постучи еще раз в их сердца, чтобы они не погибли, чтоб те, за кого льются материнские слезы, чтоб те, за кого молятся церкви, они пришли и прознали Тебя, Твою любовь святую. А мы благодарны Тебе за все. Мы благодарны за тех, кто сегодня служил, кто сегодня пел, трудился, Господи, кто сегодня слушал это Слово Божие и кто прославлял Тебя, благословлял в своем сердце. Слава Тебе, благодарение! Слава Тебе за это Слово! Слава Тебе за крест Голгофский! Слава Тебе за спасение, за милости Твои, Господь! За эти чудесные спасения, за эти свидетельства чудесные, за души для Тебя, Господь! Слава Тебе, хвала, благодарение! Вечный Бог, Отец, Сын, Дух Святой! Аминь! Сестри, брати, я дивлюся, 4 години, як і не було, так? Втомились чи ні? Ні. Хто не втомився? Ззаді втомилися, я їм співчуваю. Тому що хто тут близько, то вони не втомляються, а ззаді завжди втомляються. Старайтесь бути першими. Слухайте, ще в нас не все, брати і сестри, ще не все. Ще трошки часу за всі, лишайтесь на місці. Всі. Ще в нас досить особливе є питання, ще в нас є, будуть молитися. Але в першу чергу, я попрошу, ми ще будемо шукати Господа. Коли ми читаємо Слово Боже, то написано є так. Так було в першій апостольській церкві, всі служили Господу, навіть чим? Чуєте, своїм іменем, хтось каже. Давайте ми послужимо і тим, я прошу, брат Олег, дістань там миски, ще я зроблю цікаве оголошення. Ці всі сестри, брати, молодші, старші, я вас називаю сестри-братами, які пройшли сюди, ви залишіться. Хто з вас не має Євангелії, підійдете, ми вас всіх не знаємо, хто де є у вас помісна церква, туди звернетеся. Брати, сестри, а зараз ми послужимо й цим.
поки будуть співати пісню. І ще в нас один брат засвідкує, що з ним зробив Господь, як ісцелив, і буде молитва за хворих. Дуже-дуже багато є і цікавих записок, і є такі, знаєте, вопіющі нужди. Так що ми, сестри, брати, написано, плачте з ким? З плачущими. Давайте ми ще сьогодні поплачемо разом з ними. Хай Боже благословіння прийде. Ви подивіться, цей день створив Господь. Бог дав чудову сьогодні можливість. Хай Бог всіх вас благословить. Слухаємо пісню. Всі лишайтесь на місці. Ще в нас були цікаві поголошення. Ще в нас служіння продовжується. Прошу, брати, сестри. Ще молитва за хворих. Всі на місці лишіться. Ходити, як апостолі кові, що не радше добрі діти, та слухати зійшлись, завжди чути я готовий, без утоми, без кінця, його любити мене слово про небесного Отця. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, всіх піду, де поведе він, Божий Син лиш поведе. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду, де поведе він, Божий Син лиш поведе. Хочу я подібним бути до святів духу той час, благали, що міг чути, Ісус, помилуй нас, і Христос відкрив їм очі, що не зрячими були, як побачили охоче, за Христом вони пішли. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду, де поведе він, Божий Син лиш поведе. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду, де поведе він, Божий Син лиш поведе. Я люблю мої уяві, на Богові бути ще, і дивитися на криваві руки, ноги і лице, у страждання спів чувати, як він тяжко умирав, щоб спасіння людям дати, він на себе кару взяв. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, і спіду, де поведе він, Божий Син лиш поведе. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, і спіду, де поведе він, Божий Син лиш поведе. Забувши горе лихо, за Христом піду моїм, поглядати буду пильно всю красу небесних див, розкажу йому, як сильно на землі його любив. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду, де поведе він, Божий Син лиш поведе. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду, де поведе він, Божий Син лиш поведе. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду, де поведе він, Божий Син лиш поведе. Я піду за Спасом сюди, я там буду, де він буде, скрізь піду, де поведе він, Божий Син лиш поведе. Прошу уваги, брат. Браття і сестри, сейчас буде молитва. Коли готовили і говорили браття, знаєте, я не буду довго ваше внимання задержувати.
Когда я проповедую, я стараюсь, то есть, не мешать одно с другим. Если это есть Слово Божье, то это есть Слово Божье. Но Слово Божье говорит, иди и скажи, что сделал с тобой Господь, правда? Однажды, это не так далеко, не так много времени. Те братья, которые есть со мной здесь, и мои друзья, они знают, что было со мной. Некоторое время назад меня сильно болела голова. Это не случайно, это годы, очень длительные годы. И когда это все свершалось, оно пришло мне к такому состоянию, что у меня в голове не боль была, а пекло.